Святой, Агнец Божий, Святой, Чистый, Иисус Христос, Искупитель наш, проливший свою кровь на Голгофском кресте, проливший свою кровь за всех нас, жертвенный Святой Агнец, воскресший и живой, вошедший во святое святых на небесах со своей драгоценной кровью и непрестанно за нас ходатайствующий, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, между Богом и всеми людьми, человек Христос Иисус, Агнец закланный Иисус Христос. Благодарим Тебя, святого Бога нашего, возлюбившего нас и отдавшего Сына Своего за нас. Давайте вместе скажем такие слова. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него, не судится, а неверующий, уже осужден. Потому что не уверовал, во имя Единородного Сына Божия. Во имя Единородного Сына Божия. Аминь. Аминь. Отец, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, Господь, за всех собравшихся здесь. Благодарю Тебя, что сегодня Ты приносишь спасение всем людям в этом городе, по всей Украине и по всему лицу земли. Благодарим Тебя за день спасения. Братья, сестры, дорогие друзья, все присутствующие, верующие, неверующие, Бог знает нас всех. И я хочу это сказать сейчас для всех собравшихся, для каждого, абсолютно для каждого человека. Знаете, иногда я проповедую и на улицах. Иногда вот мы с нашими братьями выходим в электричке, в метро, проповедуем. И особенно, когда праздники определенные, допустим, люди выходят на улицы. И я чаще всего, я редко по ноге одеваю в дорогу, так вот, чаще всего крест, меньше у людей вопросов, и людям более понятнее крест, как бы. И знаете ли, и я говорю так людям, смотрите, вот традиционный, казалось бы, вы можете еще играть так вот, да, вот, вот так клавишами, прекрасно. Знаете, когда музыка звучит во славу Господа Бога Всемогущего, это прекрасно просто. Это прекрасно на самом деле. И я хочу сказать сейчас для всех собравшихся вот такую маленькую историю, которую я обычно рассказываю всем. Вот традиционный крест православный, он немного необычной формы. Ну, у нас это обычно, а вот как бы на Западе, допустим, многие говорят, необычный крест у вас. И сверху дополнительная такая планочка изображается обычно. Эта планочка означает вот ту надпись, символизирует собой эту надпись, которую на дощечке там прибили где-то, написали наверху «Иисус Назарей, царь иудейский». Написали, что убивают Иисуса из Назарета и состав преступления. В чем его обвиняли? Он царь иудейский. А перекладина дальше, понятно, страшное место казни было. Даже в Библии написано «проклят всякий, висящий на древе». Страшная казнь была, позорная, страшная, мучительная казнь. Ужасная, конечно,
И крест носить, это, знаете ли, с одной стороны, это знак позора и преступления, и убийства. Но с другой стороны, это и знак нашей победы. Потому что Христос, Он не погнушался этой позорной казни, Он пошел на крест ради нас. И внизу такая подставочка такая изображается, подножие такое как бы. Многие спрашивают, а зачем это, для чего это изображается? Я говорю, это давняя традиция, ей уже 1500 лет от традиции этой. И она означает эту подставочку, которую часто римские оккупанты эти, палачи римские прибивали в подножие, значит, не всегда, но часто прибивали как подножие для вот убиваемых, казненных, потому что, чтобы они не быстро умирали, а мучились, продлилась агония. Но несмотря на это, Господь наш, Он быстро умер очень. Даже Пилат удивился, как уже умер. И сердце нашего Спасителя, оно было здоровым, но оно разорвалось. Он взял на себя не только физические грехи, он взял боли, страдания, он взял духовные, душевные, все на себя взял. Абсолютно. И наши грехи его разорвали сердце. Тогда на кресте Голгофском. И вот подножие, оно в древней традиции по-разному изображается. И прямо, и наискосочек. Обычно наискосочек сейчас изображается. Почему? Я говорю, смотрите, Иисус, Он как вот небесный регулировщик. Он вот так вот встал на трассе жизни. И мимо нельзя проехать с Него. И если подъезжаешь к Нему, можно либо туда вырулить, но мимо проехать нельзя. По правилам небесного дорожного движения. И куда твоя жизнь вырулит? Я говорю, примешь Иисуса Христа как своего Спасителя, осозная, что не просто Его убили когда-то злые люди. Нет, Он умер за тебя, и твои грехи были на Нем. Признай это, прими Иисуса как жертву, и прими как своего Спасителя. И тогда твоя жизнь, она вырулится направо, на небеса. Дорога туда, в небо. Если не примешь эту жертву, откажешься, кровь твоя на тебе, то твоя жизнь, она вырулится налево. Это ад. И это не шутки. Это не попы придумали, как раньше нам говорили вообще. Это правда, в Библии написано. А некоторые умники мне говорили много раз уже, ну, батюшка, я постою на перекресточке, мне спешить некуда, я не буду ни туда выруливать, ни туда. Я говорю, знаешь, друг, по умолчанию выбрана следующая опция в наших судьбах. К сожалению, от наших еще пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра родителей. Украсть, убить и погубить. К сожалению, по умолчанию опция выбрана ад. К сожалению, чего греха таить? Но чтобы избрать жизнь, надо действительно сделать выбор. Действительно, сознательно это сделать. И слава Богу за это. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Я большинство из вас не знаю. Я в Рамнах был один раз, но это было давно уже, проповедовал. Уже не помню, сколько лет прошло. И то однажды, значит, а сейчас я не знаю вас собравшихся, но Бог знает вас. Я подозреваю, что большинство верующие, кто верующий, ну, в принципе, все веруют, даже бесы и те веруют. Все по-своему веруют, имеют свою веру определенную, но нужно иметь веру не свою, а веру Божью. То, что Бог, Он описал это в Слове Своем и хочет, чтобы мы эту веру имели. Поэтому, если ты не избирал Спасителем своим, Господом Иисуса Христа, и не исповедовал эту веру устами, людьми, Иисус говорил не просто даже один-один где-то, это тоже хорошо, но пред людьми исповедовать веру, то Он говорит, я и пред Отцом, пред ангелами исповедую имя этого человека, то сегодня день спасения. Я сегодня призываю к покаянию. Это самая важная молитва, самая главная молитва. Даже сегодня, если одна душа покается, юноша, девушка, бабушка, дедушка, мужчина, женщина, кто угодно, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Признай себя грешником, а это любой нормальный человек понимает, что мы недостойны и как бы и много ошибок делаем в жизни, неправильных вещей. Но есть Бог Святой, который любит нас и отдал Сына Своего за нас. И прими Иисуса как своего Спасителя. Прими. И прямо сейчас давайте помолимся. И те, кто сейчас изберут эту опцию, жизнь и жизнь с избытком, в Библии написано, потому что Христос принес жизнь и жизнь с избытком, то вы можете это сделать прямо сейчас. Вы выйдете вперед тогда, мужчины, женщины, юноши, девушки, бабушки, даже дедушки, неважно кто вы, по возрасту, Христу все возрасты покорны. Выходите вперед к сцене и пред людьми сейчас вместе помолимся общей такой молитвой покаяния, примирения с Богом. Спросите себя самого,
спросите вашего соседа там справа, слева, спасен ли ты, спасена ли ты. Сегодня вечером, если ты покидаешь этот зал, мы все под Богом входим, вот женщина найдет, девушка, да, пожалуйста, выходите. Еще кто-то, может, стесняется, поинтересуйтесь, спасен ли ты, вот вашим соседом, если вы знаете, спросите, спасен ли ты, спасена ли ты. Если человек, он не знает, то, ну, скорее всего, не, еще не спасен человек. Поинтересуйтесь, это не лишнее. Слава Богу, слава Богу. Да, вот и молодые люди, и пожилые, все-все-все. Слава Богу, слава Богу. А вас зовут Екатерина. Прекрасно. Екатерина, вот вышла. Еще кто-то, может быть, из юношей, девушек. Спросите себя самого, куда вы идете? Вон девочка, она громче всех молилась уже. Ну пусть помолится еще раз, она очень хорошо молилась. Слава Богу. А вы знаете, а Господь он всех слышит. Да. Он и детей слышит, и взрослых всех слышит. А Екатерина была такая мученица святая, значит, африканская. Она Танашкира, да, она африканская была. Она еще в древности глубокой еще. И знаете ли, вот она простая девушка, но за пояс заткнула много мудрецов, которые пытались ее от веры истинной отвлечь. И она им доказала таки, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Слава Богу. И Екатерина, и отец, как зовут девушка? Алина? Алина. И Алина. Слава Богу. Но Екатерина, как человек взрослый, она принимает решение. Вы признаете себя грешным? Иисуса Христа праведником. Слава Богу. И давайте мы вместе сейчас помолимся сейчас. И я обращаюсь вот и к тем людям, которые будут смотреть эту программу тоже, потому что пишется там все это, да, надеюсь, пишется, наверное, да. Значит, и эти люди, они тоже могут помолиться с нами молитвой покаяния. Бог их тоже услышит, где они находятся. Да. Давайте мы скажем сейчас Богу, Екатерина, Алина, и давайте все вместе присутствующие скажем такие слова сейчас Богу. Бог святой. Бог святой. Благодарю тебя, благодарю тебя за твою любовь, за твою любовь, за Иисуса Христа, за Иисуса Христа, который умер за меня, который умер за меня, пролил свою кровь за меня, пролил свою кровь за меня. Иисус Христос, Иисус Христос, Сын Бога Живого, Сын Бога Живого, живи во мне, живи во мне, царствуй во мне, царствуй во мне. Ты мой Спаситель, ты мой Спаситель. И ни в ком другом. И ни в ком другом. Для меня нет спасения. Для меня нет спасения. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Духом Святым. Духом Святым. Наполни меня. Наполни меня. Открой мне Библию. Открой мне Библию. Слово свое. Слово. Учи меня. Учи меня. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Господь. Аминь. Аминь. Молимся за Екатерину. Благословляем Екатерину во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас и хранит, и оберегает. Эленочка, тоже тебя пусть Бог благословит. Во имя Иисуса Христа. Слава Иисусу. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. И здесь несколько церквей представлено, поэтому, вот, пожалуйста, у вас выбор даже есть, какое собрание посещать. Но главное, любите Господа Иисуса Христа. И для тех, кто смотрит это видео тоже, если вы, надеюсь, меня слышите сейчас, то пару советов. Любите Иисуса Христа. Самое важное. Потому что кто не любит Иисуса Христа, написано анафема, аранафа, проклятие. Но человеком еще висит проклятие, пока он еще не ответил своей любовью на его, Божью святую любовь. И читайте Библию, Слово Божье. И старайтесь исполнять это Слово в своей жизни. И старайтесь общаться с теми, кто тоже любит Иисуса Христа. И читает, изучает Слово Божье и старается в своей жизни практиковать. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Благословляю вас, возлюбленные братья и сестры. Пожалуйста, присаживайтесь. Вся слава нашему Спасителю Иисусу Христу. Спасибо. Пожалуйста. Можешь купить, но это все шнурком? Да, все, да, не знаю.
Есть уже, да? Я слышу. Спасибо. Спасибо огромное, братья. Спасибо. Братья и сестры, всех вас приветствую. Благословляю еще раз именем Иисуса Христа. И, возлюбленные, темы сегодня, и я не только сегодня с вами, по милости Господней еще и завтра вечером соберемся мы, не здесь, да? В другом зале, но объявят, скажут где. Значит, для тех, кто не знает, и я сам не знаю еще города точно. Вот завтра, послезавтра, еще по вечерам будем тоже собираться. Вы поэтому можете оповестить ваших там друзей, знакомых, христиан, ну, других, может, еще разных церквей. Пусть приходят люди, потому что тема очень важная. И думаю, такая тема, она очень нужная. Тема, ну, моя, допустим, любимая тема, в библейских школах, институтах, семинариях, где преподаю, историю христианства. Я очень люблю историю с детства, сколько себя помню. Даже когда в школах получали мы учебники новые, переходили в другой класс, новые учебники, то я прям 2-3 дня проглатывал первый учебник по истории сразу, как бы его прочитывал. Это мое любимое было чтение. И, в общем-то, когда с Библией в руках изучаешь историю, то она вообще очень, и она еще более интересная, она еще более захватывающая, потому что ты не просто мнение историков каких-то изучаешь, или политиков, допустим, да, а ты как бы глазами Бога пытаешься увидеть то, что происходило и то, что происходит сейчас. Но сегодня я с другой темой у вас в гостях. Значит, я с темой «Свобода от религиозного оккультизма» называется эта тема. Очень непростая тема, и с этой темой я и у себя в церквях бываю, вот реформаторских, таких обновленческих православных церквях, и бываю в гостях в других конфессиях, и в общехристианских, таких межцерковных, межконфессиональных таких встречах участвую, тоже говорю иногда на эту тему. Тема очень непростая, согласитесь, друзья. Есть оккультизм, и я думаю, что ну, жители Сумской области не понаслышке знают, что такое оккультизм. Да. Ну, как бы, чего греха таить. Ну, про Конотопскую ведьму знают, как бы, далеко за пределами Украины. Не в обиду будет сказано жителям Конотопа. Но, в общем-то, многие, не только в Украине, конечно, и в России, матушки, тоже, скажу, что вот езди, я езжу и по, не только центральноевропейской, бываю и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Якутии. И тоже, вот недавно вернулся я с Воркуты, допустим, был в Воркуте, это южное побережье Северного Ледовитого океана. В общем-то, как бы экстремальная жизнь там, там уже, по сути, зима, там такая суровая уже зима, там заполярье, там никогда мерзлота, она не растает, в общем-то, там вечная мерзлота, как считается, ну, ничто не вечное, конечно, так. Но, так вот, и там я тоже проповедовал, и тоже там, пожалуйста, люди знают, что такое оккультизм. Там есть шаманы, там есть, знаете ли, такие, как бы, известные, как считается, шаманы. Был в Якутии, был, значит, в разных регионах. Ямало-Ненецкий автономный округ, допустим, среди немцев проповедовал тоже, значит, и среди других малых народов был. И там тоже знают, что такое оккультизм. И по всей земле фактически можно проехаться, и везде люди больше или меньше знают, что такое оккультизм. Здесь, допустим, вот жители Сумской области, многие обращаются, допустим, к бабушкам, которые шепчут, допустим, приговаривают, заговаривают, да, допустим, выкатывают, выливают там и прочее. Значит, и очень часто эти люди думают, что служат Богу, конечно, но вынуждены разочаровать этих людей. Служение Богу, оно описано в Слове Божьем, и оно по Слову Божьему совершается. А если человек, он совершает заговоры, это вот увлекается такими вещами, то он служит бесам. И в Библии говорится, вот здесь даже как эпиграф у меня есть обозначено в конспекте, из первого послания в Коринф, 10 глава, 20 и 21 стихи, здесь такие слова, они как вот предупреждение такое грозное такое для нас. Написано, Павел пишет здесь апостол, 10 глава, 1 Коринфянам, 10 глава, 20 и 21 стихи. «Я не хочу, он пишет Коринфянам, Павел, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участником в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Вот такое.
что есть трапеза, то есть, ну, как бы, стол, застолье, да, как бы, пища бесовская, а есть пища, проще говоря, так вот, застолье, как бы, да, угощение, значит, Господне. Два разных стола. Ты не можешь быть сразу на двух свадьбах этих, на двух банкетах, на двух этих вот, как бы, ну, торжествах, как бы. Или же бал сатаной, или же торжество вместе с Господом Иисусом Христом. Здесь, как бы, нельзя на два стула сразу сесть. Я разговаривал со многими такими бабушками, допустим, значит, там, и не только, и дедушками, и они говорили мне: ну, мы же христиане, мы православные, вот мы там Отче наш используем молитву, допустим, там еще что. Хотя, когда начинаешь разговаривать поподробнее, они признаются, что да, ключевым является, конечно, вот эта вот, допустим, присказка определенная, которую нельзя никому говорить, или они очень шепотом мистически это все говорят, там летел ворон, там обломал крыло или что-то еще там. Значит, очень подробно все это как бы описано. А оккультизм – это попытка, ну, как бы, оккультизм, по сути, это, ну, нормально. Ну, если человек живет без Бога, это как бы естественно. Потому что для человека естественным является поиск именно сверхъестественного Бога. И человек, поэтому, не зная Бога истинного, он не знает Слова Господнего, он, конечно, ну, он что? Он обращается в оккультизм. Для него это попытка найти контакт со сверхъестественным. Обращение к всемогущему Богу, как-то найти свой путь. Но есть слова Господни, друзья мои. И Иисус говорил: кто верует в Меня, как сказано в Писании, у того чрева потекут реки воды живой. А еще слова Иисуса хочу вспомнить, друзья мои, какие? Из 14 главы Иоанна, Евангелия, 6 стих. Помните, кто помнит из Писаний? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Написано, что «Я есть путь, истина и жизнь». И Он говорит: никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня. То есть через Иисуса Христа. И для нас, христиан, по сути, любая попытка войти в духовный мир, вот уже 2000 лет так, истина является этой. Любая попытка войти в духовный мир помимо Иисуса Христа, не путем Господним, является путем вора и разбойника, как говорил сам Господь Иисус Христос. Ну, проще говоря, оккультизма. Путем оккультизма. И, конечно, особенность вот этого семинара, который сегодня вот начинаю, это именно свобода от религиозного оккультизма. Это специфически, конечно. Одно дело, когда человек там, допустим, воском выливает, яйцом выкатывает там и шепчет слова заговоров, с этим все ясно, как бы. Читающий Библию человек, он видит, что это, ну, явный оккультизм, как бы, и здесь явно нечисто, здесь явно имеет дело бесы, и здесь, значит, как говорится, там чудеса, там, и леши там бродят. Знаете ли, вот с этим, как бы, разобраться проще. Хотя многим надо и об этом говорить, конечно. Сейчас, потому что увлечение магией и оккультизмом очень популяризируется. Не только там, если раньше, допустим, какое-то время назад, там лет 30 там, назад, допустим, только лишь некоторые неграмотные бабушки этим занимались, как бы, да? Вот, то сейчас это и профессора этим занимаются, и ученые люди, значит, грамотные, значит, и с высшими образованиями люди этим занимаются. И, как бы, гадать на картах, значит, там вызывать духов, значит, спиритические всевозможные сеансы проводить. В Киеве не гнушаются даже в высоких кабинетах, в дорогих офисах, значит, как бы, и это, ну, занятие такое, как бы, популярное становится. Это зло, конечно, зло, но зло из-за того, что общество наше, даже называясь христианским, конечно, ну, чего греха таить, христианским с большой натяжкой трудно даже назвать. Потому что христианство, знаете ли, не все то золото, что блестит, проще говоря. Не все то золото, не все то христианство, что называется христианством. Чтобы нам узнать, что такое христианство, нужно обратиться к Иисусу Христу, к Слову Божьему. Ну и эта проблема не сегодня началась, конечно, и не сегодня мы ее завершим, эту проблему. Но скажу лишь, что исторически так вот у нас наперекосяк все с самого начала. Еще 1025 лет назад тому, когда было крещение Руси, то произошло все не так, как надо бы, конечно. Все не так, как надо. Как вот Высоцкий пел: нет, и в церкви все не так, как надо. И вот 1025 лет назад, казалось бы, крещение, да, Руси произошло, казалось бы, живи да радуйся теперь. Побросали идолов, значит, там, в Днепр, значит, как бы, и церковь поставили Божьи, как бы, вот, и все, живи не хочу теперь. Но не все так хорошо было, к сожалению. Великий русский писатель Николай Лесков
Он и в Киеве работал, в архивах монастырских, с летописями древними, и изучал тему истории христианства. И вот в свое время, это было в конце 19 века, Николай Лесков написал такие слова, рассуждая о крещении Руси. Он, ну, тогда праздновалось очень помпезно 900-летие со дня крещения Руси. Даже собор в Киеве был поставлен, тогда как раз освящен в честь крещения Руси, 900-летие, это вот Владимирский собор. И Николай Лесков написал следующее, что Русь была как крещена, но не просвещена. То есть крестить крестили, а просветить не просветили. Но крещение без просвещения, это, знаете ли, ноль без палочки. Ничего не стоит. Мы же не шаманы какие-то из Африки, знаете ли, вот, значит, там раз обряд совершили, и человек раз превратился, превращается легким таким вот обрядом. Человек превращается человек в христианина. Но, знаете ли, если было бы так все, то было бы все гораздо проще. Я вспоминаю такого Хлодвига великого, короля западного, который, у него жена была Клотильда, христианка, а он сам был таким как бы язычником, но она как бы замуж пошла не по своей воле, тогда было все очень просто, раз в ковер, на коня и все, и вот тебе как бы и жена, значит, язычника стала, значит, там особо не спрашивали, значит, хочу, не хочу, но она не стала такой Роксоланой, как бы, но, в общем-то, как бы она повлияла на мужа, в общем, очень серьезно, и вот она ему все, как бы так, между прочим, как бы так вот о Христе что-то пыталась сказать. И однажды, когда ему было так вот не в моготу, враги кругом, значит, и, знаете ли, выжить шансов никаких не было, у него маленький отряд попал в засаду, кругом армии противника, шансов ноль. И вот здесь, когда он понял, что все, силушка его богатырская, знаете ли, не поможет ему, и его армия, она уже вся, уже отряд весь перебит уже, у него шансов ноль, а враги злые, пощады не будет. И он взмолился: «Бог, Иисус Христос, Бог моей жены Клотильды, спаси меня! Если спасешь, все! Как говорится, пить брошу, зарплату жене, значит, короче, все. Стану христианином», как он там, по-своему, как он мог, короче, он обратился к Богу. И, знаете ли, и вдруг, сверхъестественно, этот Хлодвиг выжил. Враги вдруг, на них паника какая-то напала, сверхъестественная. И они в панике, в ужасе все раскакали, значит, убежали. Вот это да! И он думал, что все, его конец пришел, а он живой, и остатки его отряда вернулись домой. И он уже задумался, он говорит: ну-ка, жена, иди сюда, ну-ка, рассказывай мне по порядку, кто такой Иисус Христос. Он мне помог сегодня, очень серьезно. Она ему рассказала, значит, и он покрестился, значит, как он, ну, верил, значит, не верил, ну, ему все-таки верил, поди так, не уверуй. Значит, его солдаты тоже крестились, но раньше как, приказ сказал генерал, значит, ну, надо, все крестились. И они погружались, а руку оставляли на поверхности воды, чтобы, значит, вода не погружалась, рука. А их спрашивали: а зачем вы так делаете, братья? Они говорят: а вот, чтобы рука осталась языческой. Кому надо врезать там, что? Сам христианин, значит, вот, а рука, чтобы была по-прежнему языческая. Ну, как бы вот такие были даже суеверия. И там за ноги бросали, когда, значит, а выходивших из воды поздравляли уже с принятием христианства. Как бы, значит, ну, как бы у кого-то истерика, кто-то говорит: ну ладно, Богом больше, Богом меньше, как бы. Вот, и христианство, на самом деле, без Христа, оно не имеет смысла. И без просвещения это христианством, ну, скажу так, трудно очень назвать, с большой натяжкой. Вот Владимир такую медвежью услугу оказал тогда, конечно, Царству Божьему. И Николай Лесков тот же самый, кстати, о Владимире князе сказал такие слова, написал тогда же, по поводу крещения рассуждая, что он принял христианство, говорит, но не принял Христа. Принял христианство, но не принял Христа. Ну, библейские, если так вот судьбу Владимира вот мы раскроем, вот из летописи, что нам известно, ну, понятное дело, что он не пережил то, что Библия называет рождением свыше, или новым рождением, спасением. А его крещение, конечно, трудно назвать христианским актом как таковым. И плюс еще то, что он стал палачом своего же народа, пролив столько кровушки, что, знаете ли, даже летописи, лояльные к режиму Ярослава Мудрого, вынуждены были отметить чрезвычайную кровопролитие. А, значит, а уже после Второй мировой войны, когда археологические эти экспедиции работали в Великом Новгороде, в Муромской земле, там, в других регионах,
выяснили, что количество жертв было гораздо больше, чем раньше предполагали историки конца 19-го, начала 20-го столетия. По крайней мере, пепелища новгородские, эти знаменитые, я читал издание Академии наук СССР еще, 70-е годы, и там, знаете ли, у любого нормального человека с нормальной психикой, знаете ли, волосы поднимаются на голове после всех этих описаний. За сухими этими описаниями, цифрами и значит, отчетами археологических этих экспедиций говорится о трагической судьбе тысяч и тысяч людей, которые просто были убиты, тупо, глупо были убиты вместе с женами, с детьми, стариками, инвалидами, со всеми вместе, лишь за отказ принять христианство, за отказ выслушать христианских миссионеров, этих вот священников греческих. Это, ну скажу, разве это наши методы, разве это христианство? Да такое христианство даже рядом не лежало с христианством. Вообще это, знаете, так, с таким христианством я ничего общего не хочу иметь, абсолютно. Это не мое христианство вообще. Это, знаете, просто ужас какой-то берется. Да и больше того, если нормально христиан нас это передергивает, знаете ли, то самого Иисуса Христа передергивает еще больше, скажу так. Потому что сам Христос сказал в Евангелии, записанной Иоанна, что придет время, буду даже убивать вас, и буду думать, что тем самым служит Богу. И он сказал дальше кое-что, важное очень. Так буду делать, потому что не познали ни меня, говорит, ни отца моего. Это очень важное заявление Иисуса Христа. То есть, согласно словам Христа, словам Господним, человек или сообщество, люди, убивающие других людей во имя своей веры, пусть там христианской, суперхристианской, истинно христианской, как бы ни называли бы они эту веру, православный там или любой другой, они не знают ни Бога, ни Иисуса Христа не знают. На самом деле, это, допустим, если мусульмане, допустим, читающие Коран еще там и верующий в свою религию, там, допустим, раз там в небоскреб врезается, устроил там Аллах Акбар, кричит, значит, взрывает там, значит, там теракт, вот как бы, или в автобус со школьниками там, или на дискотеку заходит, там взрывает себя, согласно своей веры, он, значит, он прав. Потому что основатель его религии поступал таким же кровопролитным образом, он много кровушки пролил, значит, и в Коране много говорится, в хадисах, значит, там, и в общем-то в учении именно ортодоксального ислама это именно есть. Есть светский ислам, конечно, есть нерелигиозный ислам совершенно, ну чисто светский. То есть те мусульмане, я их много очень знаю, проповедую мусульманам очень часто. Я знаю много очень светских, таких нерелигиозных мусульман, которые, ну, может, раз в жизни были в мечети, как бы, значит, в момент обрезания, младенцем еще, как бы. И, в общем-то, или же раз в год заходят, допустим, и Коран, что такое, даже, знаешь, лишь так, он в полке лежит у них, допустим, как бы, значит, книжный. Вот, и с такими мусульманами я много общаюсь, значит, таджики, узбеки, чеченцы, разные есть. Ну, среди чеченцев сложнее, они обычно религиозно грамотно больше среди них. Я общаюсь. Вот, но те, кто именно изучают Коран, хадисы, изучают, значит, тафсир, значит, толкование, вот с ними сложнее мне проповедовать им. Потому что у них представление даже о самом Христе, оно превратное. Потому что их учение, их книга священная, Коран, она об Иисусе Христе совершенно по-другому говорит. Не так, как Библия. Коран был написан спустя 6 столетий, значит, казалось бы, значит, ну, но там о Христе говорится много, но неправильно говорится, совершенно передернуто. Говорится, что он не умирал на кресте. Говорю, да вы что, побойтесь Бога. Он умер за нас на самом деле. И за 6 столетий до Корана это все было записано в Писаниях Нового Завета, что Иисус действительно умер за нас. И что он воскрес. Они говорят, как воскрес? Нет, не воскрес. У них в Коране говорится, никто не воскресал никуда. Он просто, Бог его забрал на небеса и все. Вознес его. Иисус, он для них и сам, Асих, он такой очень святой. И он сразу раз был вознесен на небеса. Говорю, вознесение, говорю, это я понимаю, это хорошо. Но вознесение без смерти и без воскресения, это, говорю, это ничто просто. Это просто ничто. Вознесенные были, пожалуйста, в Библии другие люди. Или я тот же самый, допустим, да? Вознесенный, прекрасный пророк, слава Богу. Но Илия, он был подобный нам человек. Это не Сын Божий. И даже величайший из пророков Иоанн, и то написано, он не был свет. Он не есть свет. Даже Иоанн, величайший из рожденных женами, он лишь свидетельствовал о свете. А свет есть истинный. Был свет истинный, Иоанн пишет. Этот свет есть сам Иисус Христос. Просвещающий написано. Всякого человека, приходящего в этот мир. И мир через него, написано, начал быть сотворен. Мир был через него, через Иисуса Христа. И мир его не познал. Вот трагедия. Пришел к своим, написано. Не приняли своих.
Но не все, правда. А те, которые приняли, написано, дал власть им быть чадами Божьими, которые родились не просто от мамы пап своих, не по хотениям отцов своих, а по желанию самого Создателя, самого Бога. От Бога родились. И это им, и им похвала от Бога, не от человеков. Слава Иисусу Христу! Иисус Христос, конечно, очень неоднозначное отношение у нас к Нему. Для кого-то это, знаете ли, бельмо в глазу. Для кого-то лучше бы его и не было. Для кого-то это камень соблазна, это притыкание, это спотыкание, это, знаете ли. Но для верующих, это для неверующих так, а для верующих Иисус камень драгоценный. Это фундамент веры. И Павел, апостол, пишет 1 Коринфянам, опять-таки, 3.16. Есть Иоанна, вот знаменитый мы читали, да? 3.16. Многие называют христиане разных конфессий. 3.16 Иоанна золотым стихом Библии. Или же, ну, по крайней мере, Нового Завета точно однозначно. Да и вообще все Библии, по сути. Потому что говорит о любви Отца и о жертве Иисуса Христа. И о жизни вечной через Иисуса. Это прекрасно. Но есть еще не менее удивительное и великое 1 Коринфянам 3.16. Этот стих, он раскрывает именно экклезиологию христианскую. Написано, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? А перед тем, в 11 стихе написано, ибо никто, написано, не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь. Аминь. Слава Богу. И вот, возлюбленные братья и сестры, но не будем, можно, конечно, разные религии сейчас вспоминать, я упомянул немного ислам, можно буддизм вспомнить, можно разные другие религии вспомнить. И, в общем-то, исследуя любую религию, можно найти много интересного, конечно, и в том же исламе, много интересного, очень интересного. Допустим, особенно из мистиков исламских, я читал много очень мусульманских поэтов, писателей, богословов. И некоторые из них пишут удивительные вещи. Один из них написал, допустим, такие слова. Значит, когда человек делает шаг навстречу Всевышнему, то Всевышний делает 1000 шагов навстречу человеку. И когда человек идет навстречу Всевышнему, то Всевышний бежит навстречу человеку. Ну, некрасиво ли это? Прекрасно. И когда я проповедую мусульмана, я вспоминаю, допустим, некоторые хадисы, некоторые эти моменты, чтобы их увлечь, чтобы показать им, смотрите, есть ценное и в вашем учении. И ваши стихотворцы, и ваши поэты, и ваши богословы, мистики, многие хорошие вещи писали. Но без Иисуса Христа в центре внимания, чтобы и сам Асих, и Ишуа Машех, он был спасителем, Господом, без этого все рассыпается. Абсолютно рассыпается. Ну, коли упомянул, так я хочу все-таки эту тему немного еще одну такую жирную точку такую поставить сейчас в этом разговоре. Один из хадисов, рассказывающий о последних часах жизни Магомеда, названного пророком ислама, говорит о том, что он умирал в агонии. Он умирал в болях таких и в агонии, и в стенании. И окружали его, его сподвижники, его соратники, и они недоумевали и говорили ему: «Пророк, но кому-кому, а для тебя точно у Аллаха есть место, и Бог о тебе точно позаботится, как бы, о чем ты переживаешь, почему ты в смятении, в агонии?» И согласно этому достоверному хадису, считается, это не тот, который лишь отдельные течения признают, а который и шииты, и сунниты признают однозначно, значит, проверенные, то есть из первых, ну, первых или вторых уст верные. Так вот, и согласно этому хадису, этот пророк, умирая, сказал следующее, что «я боюсь суда Божьего». Я не знаю места, куда иду. И с этими словами, с этими мучениями он скончался. Удивительно, да? Но, правда, идут тафсиры потом, комментарии, как бы, и толкования. Толкования, конечно, очень хитрые. Один из толкователей говорит, это один из классических исламских толкователей, арабских, древних. Он пишет так, что здесь пророк, он дал якобы последний урок смирения. Чтобы верующие, последователи, мусульмане, муслимы, чтобы они были смиренными. И умирая, чтобы они боялись Бога и страшились Его. То есть, что он на самом деле, пред Богом он как бы знал, куда идет, что все хорошо. Но как бы дал урок последний, смирение для своих учеников. Этот толкователь пишет, который спустя столетия некоторые родился и жил. Его мнение.
Но я не верю этим толкованиям, друзья. Я верю тому, что написал человек, который вот видел все это и там присутствовал. И на моих руках умирали люди. И не один, и не два. Умирали люди. И я знаю, что это смерть атеиста, который всю жизнь отрицал Бога. Отрицала она Бога. Вот, и только лишь вот, вот последние там уже остались, как говорится, вздохи, признавала Бога. И человек перед смертью, он говорит такие слова, которые, скажу так, ну, скажу так, здесь не до игры, не до уроков, он говорит правду. И я верю, что на самом деле Магомед был не дурак, он был умным человеком, он понимал, что как бы он пророка себя не изображал, но есть суд Божий, есть суд Бога. И любой нормальный человек боится суда Божьего, любой нормальный гражданин, любой атеист. Знаете, как вот Евтушенко, он проводил прекрасный творческий вечер в Сакраменто, в Калифорнии. Он является уже много лет уже тоже и гражданином Америки, значит, и является, значит, председателем Союза русскоязычных писателей и поэтов Соединенных Штатов. И, значит, и в Сакраменто проводил творческую встречу в церкви House of Bread, Дом Хлеба, пастор Александр Шевченко. Хороший творческий вечер. Пришло много христиан разных конфессий, и православных в том числе. Местных калифорнийских, Сан-Франциско, пока мы приехали, ребята там православные, значит, ортодоксальные. Было множество евреев приехало, светских, и даже некоторые такие полурелигиозные тоже приехали, интересовались. И Евтушенко читал стихи, и ранние свои старые стихи, и новые, и на русском, и на английском немного прочитал. И одно из стихотворений его ранних, еще советских, там такие слова есть: «В окопах атеистов нет». В окопах атеистов нет. Як тревога, так да Бога. Мой товарищ, он воевал, мы вместе с одной партой сидели одно время. Он попал в Афганистан, значит, он воевал, и, ну, живым, ну, покалечным, но живым вернулся. Я рассказывал, как после Союза, когда их, ну, бросили там в Афган уже, так получилось, недолго была его служба, они попали в окружение, и фактически весь батальон погиб, значит. Их просто расстреляли с гор, значит, и, говорит, они бежали, спасались, группа солдат выжила и офицеров. И впереди было минное поле, представляете, со всех сторон там горы, впереди минное поле, враги и все, и позор, смерть. И один из выживших офицеров, значит, аминировали хорошо, говорит, свои минировали. Значит, и, значит, ну, вот как бы знать, знаете, вот, где соломки постелить, как не надо стелить, вот, кто знает, в жизни как бывает. И так вот, и один из офицеров, политработник, коммунист, ну они все коммунисты, в принципе, тогда были, значит, но это именно конкретно политработник. И еще в чем удивительное совпадение. Накануне, ну не прямо накануне, но перед тем незадолго, он проводил у них там как бы информацию там, и проводил антирелигиозную какую-то там беседу, доказывая, что Бога нет вообще. Это все было еще, когда ни пули не свистели, и все были живы, как бы, значит, и все было нормально. А здесь впереди минное поле, сзади душманы. И представляете, и этот коммунист, пожилой человек, ну самый старший, наверное, если по возрасту, а эти ребята все вообще молодые солдаты, выжившие, эти пацаны просто. Значит, и мы, говорит, вот такими глазами смотрим на него, он идет к минному полю, встал перед минным полем и крестится. Атеист. Доказывает, что Бога нет. Перед минным полем стоит и крестится, говорит. На небо смотрит и крестится. И пошел. Представляете? И говорит, там молча все шли вот так вот, след. Самое интересное, выжили. Я когда это слышал рассказ, я был еще священником традиционной православной церкви. Я в 91-м году стал священником. И этот разговор я, ну, был у нас с Сергеем, когда, ну, моим тезкой-то. Ну, может быть, 94-й, 5-й. Не знаю, когда мы с ним беседовали на эту тему. И тогда я сказал ему, знаете что, вот что крест животворящий делает. Вот примерно так я ему сказал. Смотри, говорю, а он все под этим делом ходил, значит, и он, я ему говорил что-то о Боге, я верил, он говорит, я знаю, Бог есть точно, говорит, ты мне можешь не говорить, я сам видел вот чудо такое, что, значит, вот мы выжили все, прошли по минному полю, и ничего не взорвалось там. И рассказал мне этот случай, я говорю, вот, так вот смотри, тебя сам Бог велел в церковь, а ты уже, война закончилась давно уже, а ты все еще там ходишь там. Никакой. Но знаете, что интересно? Тогда я говорил, что крест животворящий помог им, спас их, крестное знамение. Сегодня я говорю, не крест спасает, а Христос спасает. Не тот, кто на нас, он больше того, кто в мире, а тот, кто в нас,
больше того, кто в мире. Один священник здесь, в Украине, он бывший сидевший там, и у него такая бурная была молодость такая криминальная. Значит, и он у нас два раза там в Киеве, он сам не киевлян, приезжает в Киев. Значит, он проводил такие, как бы, ну, не он проводил, а, проще говоря, домашнее общение такое, христианское общение, группы домашние. И он пару раз так оголял торс, значит, и для иллюстрации чисто. И снимал подрясник, значит, все, футболку, все, значит, и, значит, оголял торс. А у него здесь все в иконах вообще. Херувимы всякие, Матерь Божия, Иисус Христос, значит, там, значит, там всякие святые. Перед ним хоть, здесь царские врата, короче, перед ним хоть это, хоть свечку ставь перед ним. Я так и сказал, говорю, отец Владимир, перед тобой хотя бы хоть свечку ставь, зажигай. Сзади всякие храмы, там, красотища всякие, там, такие, ну, как бы, значит, ну, там много он сидел по разным делам, значит, и вот, как бы, значит, ну, как бы, его-то, там, его всего там искололи. А здесь крест, не меньше вот моего, наверное, там, вот по центру там где-то сделан. Ну, красиво, конечно, так, художественно сделано, конечно, так, ну, как бы мастера есть там своего дела. Но что интересно, он почему это показывал все нам-то? Он говорит, смотрите, это вот, как пример, как иллюстрация, что это вот, вот эти все кресты, эти все, да, вот, значит, иконы, он был набожный, и, значит, и, как бы, выходя на свод, он там ставил свечки все время, там, и перед делом все время тоже свечки, там, лавру, значит, там, большие свечки толстые ставил, как бы, значит, ну, начало 90-х, там, беспредельничали они еще тогда, значит, и вы знаете, он говорит, вот все эти кресты, они не спасали меня, вот, все эти иконы святые, там, храмы, они не спасали меня, но когда вот Христос уже внутри уже, вот он освободил, у него была зависимость, там, и наркотики были, там много чего было, вот, и от всего этого Бог освободил его. А, кстати, самое интересное, когда он покаялся, первое, что Бог ему проговорил, прям тихо-тихо в сердце он услышал, представляете, знаете что? Он в жизни не поверил в такое вообще. Попроси прощения у жены. Он привык. Вот, и знаете что? Пришел и стал просить прощения. Жена так перепугалась, когда бил, не так пугалась. Как всегда, стал просить прощения. Вот думал, наверное, с ним все, наверное, уже. Пора уже его куда-то в дурку там отвозить. Там, значит, он стал просить прощения. И до нее дошло вдруг, что он вот по-настоящему просит прощения. Не с ума сошел, не белая горячка, а вот на самом деле просит прощения. И она тоже стала плакать, каяться, все проще. Вот это Бог, вот что Бог делает, животворящий. Это не крест животворящий, это Бог животворящий делает. А тогда, ребят, там, и офицеров этих, это кто? Тоже Бог спас, конечно. Конечно. Бог видел их сердце, Бог видел их страхи, их веру, и Бог отвечает. Бог отвечает всем, знаете ли, он молится, к нему молятся люди очень разные. Да не только люди. В Библии говорится даже больше того. Обращали внимание, даже животные и то по-своему молятся. Растения и то по-своему молятся. Деревья там, вот ветер, значит, да, деревья качаются, поэтому ветер дует, да, значит, мы знаем, да, или наоборот. Значит, и мы думаем, почему листочками так вот, значит, они бьются, да, друг от друга, листочки эти. Они написано, рукоплещут Богу. Представляете, рукоплещет Богу. Вот, и написано, птенцы ворона взывают к нему, да, в Библии. Да. Мы думаем, что они раскаркались. Были вы, да, где воронье гнезда? Спасу нет, покоя нет вообще там. Постоянно это крики эти. Я жил однажды некоторое время там возле вороньих этих гнезд. Это жуткая вещь вообще, скажу так. Значит, и по-хорошему, и по-плохому не получалось ничего. Прежний батюшка и пулял в них, значит, там, и хоть бы что, они снова возвращались, снова на эти места. И, значит, вот им как вот как приспичило все там жить, вот в этих деревьях. И все. И, значит, и там, я уж там уже все, значит, уже и... А дечку, говорю, надо как-то, можно эти гнезда сбить как-то, на... о, батюшка, уже пытались, да вас уже не раз уже избивали, все равно они возвращаются, они вот такие твари, вот это их место, сколько их знаем, вот, я там уже сгоряча уже, а ночью спать невозможно вообще, вот хотите верьте, хотите нет, за что купил, зато продал, историю, если интересно, знаете, вот я однажды уже так это все уже, вот, в ушах, я уже вышел и просто по-хорошему, пожалуйста, улетайте отсюда. Самое интересное, я сказал, значит, но сам и верю, не верю, они поднимаются вдруг, все там, много всяких там черных, и улетают. Думаю, ну ладно, может у них там какая-то вечеринка там, мало ли там, значит, своя там у них там, свои какие-то вороньи дела. Значит, день прошел, два, не возвращались, и там еще год мы прожили, так и не вернулись. Представляете, вот это, да, думаю.
Я стал внимательно уже за словами смотреть, уже после этого думаю, ух ты, елки-палки, думаю, ну что говоришь, значит, оно как бы оно работает. Думаю, ой-ой-ой-ой-ой. А потом из Писания я в этом убедился, потому что написано Писание жизни и смерть во власти языка. Оказывается, Бог нас по образу подобию своему говорит, создавал-то. И, значит, и Он-то создал все словом. И оказывается, нам тоже кое-что дал. И птенцы не только ворона взывают к нему. И он отвечает им, самое интересное, посылает им, значит, тоже пищу. А вот эти кошачьи, да, вот, значит, вот я жил у Геннадия Макаровича в гостях, вот эти дни, значит, в Киеве, значит, гостил у него. Валуев Геннадий Макарович, значит, это не тот, который, это другой, значит, это генерал, значит, генерал, пастор церкви, значит, он генерал-лейтенант, да, запаса, значит, очень интересный такой пастор. Значит, когда он в форме на празднике выходит, значит, там в лампасах со всеми орденами, медалями, значит, то там даже неверующие по стойке смирно. И на покаяние все выходят дружно, потому что там попробуй, если генерал говорит, значит, выйти, потому что там все как бы выходят уже. Вот, значит, и, ну, очень хороший такой пастор, служитель. Ну вот, еще вспомнил, у него кот такой наглый, значит, там все лапой, иначе все скребет, значит, все залезает, но надо, не надо. Вот, значит, но я стал понимать, что эти твари, они тоже по-своему молятся к Богу. Ну и что? Они Бог их тоже слышит. Написано, вот, львы, молодые эти львы, они ходят по пустыне и рыкают к нему, к Богу. Да. А Бог им тоже говорит, хорошо, посмотрите, львы, хотите кушать, и овсянка вас, как бы, не впечатляет. Ну, смотрите, там антилопа, там одна отбилась от собрания, оставила собрание свое. Ну, как бы, ну, осмотрите ее сегодня. Как бы. Да. В общем-то, чтобы не оставляли собрание остальные там, значит. Значит, и к чему это говорю? К тому, что Бог-то он все слышит, и он все видит, и все знает. И я благодарю очень Бога за то, что он такой. И он любит нас. При всем при этом, это не просто сверхразум, который вот эксперименты ставит над нами. Знаете ли, а это тот, который отец, который любит нас, который возлюбил этот мир настолько, что отдал своего единственного сына, единородного сына своего, который самое дорогое свое оставил, оторвал от сердца, и это было действительно великой жертвой. Жертва так жертва. И в храме сколько было убито этих животных, не счесть просто. На праздники пасхальные, говорят, по 250 и больше тысяч убивали вот этих разово, вот этих ягнят всех всяких, агнцев. Это реки крови, цистерны, тонны воды стояли, смывая эту кровь потоками туда, значит. Сколько было животных там зарезано вообще? Немерено просто-напросто. И все эти животные убитые в этом храме, они имели с собой вот как бы образ Иисуса Христа, который был не виноват, да? Мы же убиваем корову, допустим, там, значит, или, там, или да, значит, барашка режем, или кого-то еще. Не потому, что они согрешили, да? Они виноваты. Нет. Вот. И они не виноваты. Значит, там было вот недавно, там, где-то в социальных сетях, там, не знаю, правда, не знаю, нет, значит, ну, там обычно всякие вещи такие попадаются. Но одна уж картинка такая была очень, очень такая трогательная. Какой-то бык такой и плачущий бык. Ну, как бы... Значит, и там написано было, что вот на бойне он, значит, как бы разревелся бык вдруг ни с того ни с сего, значит, и настолько, что даже эти вот мясники растрогались, как бы, значит, и, короче, его спасли. Вот, но я верю частично этому заявлению, потому что мой отец, он немного подрабатывал по молодости еще, меня еще не было, значит, на этой, ну, как бы, мясокомбинате, значит, и вот после этого не мог несколько лет есть вообще ничего такого. Вот там такое насмотрелся, что, как бы, значит, очень был впечатлен всем этим. Но, господа, я сейчас не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что христианство в своей сути, оно христоцентрично. Христианство – это Христос. Так, если просто очень сказать, тезисно, что такое христианство? Христианство – это Христос. Вот сейчас убери все у нас, абсолютно все забери. Оставь одного Христа, Иисуса, и это христианство. Но оставь все и навали еще множество всего. Но убери самого Иисуса Христа, это уже не христианство. Первые верующие, первое столетие, не имели ни храмов, там, не имели там ничего фактически. Даже богословие не было ни разу, так, значит, и прочее. Но они имели Иисуса Христа. И это было христианство. Последующие христиане много что уже начали иметь, и золото, и серебро, и храмы, и власть, и все, но и учения потрясающие стали у них. Но, знаете ли, потеряв из виду Спасителя, Основателя веры, Совершителя веры, Искупителя,
начальника веры, они потеряли все. И была эпоха вообще в христианстве, которую можно назвать эпохой великой деформации христианства. Вот так можно назвать. Сейчас время реформации. Уже 5 столетий. Вот скоро, в 17 году, в октябре 17-го, да, будем вспоминать мы великую октябрьскую христианскую реформацию 17-го года. 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил тезисы к дверям собора Виттенбергского, нынешнего Лютерштадтского собора. И с этого момента началась вот эпоха реформации. Чарльз Сперджен, король проповедников, говорил как-то, что стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. Вот действительно, даже католики, которые проклинали его и, значит, там анафематствовали, были вынуждены вот при прежнем папе Бенедикте даже признать заслуги Мартина Лютера перед церковью и снять с него все анафемы, потому что уже, простите и дураку ясно, что Лютер имеет заслугу перед всем христианством, не только протестантским христианством, но и перед католическим, и перед православным. Слава Богу! И слава Богу за тех и Кальвина, и Цвингли, и анабаптистов, других реформаторов вот того далекого 16 столетия, которые, не соглашаясь по многим вопросам, споря о второстепенных, третьестепенных вещах, порой и первостепенных, но были едины в самых основных, что нужно вернуться к начальнику веры, совершителю веры Иисуса Христа, Иисусу Христу. Они были едины в том, что ни в ком другом нет спасения. Они их как отрезало просто от прежней системы религиозной, многобожной системы. Они стали молиться только лишь к Богу. Вот вынесем его. Томились, нет? Еще? Я, значит, извиняюсь, если так вот, может быть, я стараюсь не так много давать информации такой, но кое-что давайте запишем-то. Если вы пишете, запишите. Запишите следующее, что с 4 столетия по 16 столетие, эту огромнейшую эпоху с 4 по 16 столетие можно назвать периодом деформации церкви. Деформация. Постепенная деформация церкви происходила. Искривление, деформация церкви. Потом наступила эпоха реформации. И вот уже 5 столетий продолжается эпоха реформации. Кстати, мы запланировали даже собор, конференцию, то бишь, на 31 октября 2017 года. Если Господь раньше не придет, то, значит, отметим 500-летие реформации собором, значит, который, ну, как бы и для православного мира, и для всех христиан, думаю, будет очень важным событием таким, слава Богу. И они молились, они стали молиться, эти реформаторы, к Богу, к Господу. И Слово Божье, Библия, стало основанием их веры. Это замечательно, друзья мои. Слава Иисусу Христу! Слава Богу, что это произошло! И реформация, реформация, в отличие от деформации, это не выдумывание нового, это не искажение, это наоборот восстановление старого, это возвращение к истокам, восстановление старой формы, восстановление того, что было забыто, потеряно. То есть реформация, это слово, оно, не надо пугаться его, реформация. Вот деформация надо пугаться, а вот реформация не надо пугаться. И реформация — это восстановление изначально данного самим Богом, но забытого. Некоторые мои коллеги, традиционные такие, более православные священники, допустим, епископы, говорят мне следующее порой, и в Украине, и в России, говорят так, и в Белоруссии, вот, что, о, говорят мне, ты наобщался с протестантами и сам стал протестантом, ты теперь протестант только в рясе. Я говорю, хорошо, но, господа, разве это Лютер придумал и записал, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус? Нет, говорю, это не Лютерова слова, и не Кальвинова, и не Валтасара Губмайера или Эммануэла Симмонса, нет, это слова апостола Павла. И это записано в 1 послании к Тимофею, 2 глава, 5 стих. 1 Тимофею, апостола Павла послание. 1 Тимофею, 2 глава, 5 стихом записано. 1 Тимофею, 2:5. Одно из мест Писаний, которое меня, традиционалиста тогда, деформаторского такого священника, будем так говорить, православного, в 96 году сделало реформаторским священником. Мое богословие претерпело тогда, ну, очень серьезный кризис.
Потому что до того самого момента, вот до 96-го года я молился, кому я только не молился. Я молился многим святым, многим ходатаям, посредникам. И в моем храме, как и во многих других храмах, по всей Руси, матушки, тоже была такая стенгазета, и она была заглавлена, какому святому, в какой нужде молиться. И там перечень был нужд, и перечень был разных имен святых, которым я и другие священники рекомендовали обращаться. Молебно заказывать, молиться в частном порядке, общецерковно молиться. И я так молился. Особенно Богородица, особенно Марии, Матери Иисуса Христа, Господа моего, она в моей молитвенной жизни занимала место такое доминирующее. Треть примерно, я так предпочитал, примерно всех моих индивидуальных личностных молитв, это было обращение к Марии, Матери Иисуса Христа. К другим святым, мой небесный тезка Сергий Радонежский, там Серафим Саровский, Ксения Петербургская, другие, много-много было, перечень был большой моих излюбленных святых, наиболее как бы, Пантелеймон туда же входил, там Василий Великий, потому что последний храм, где я служил в традиционном православии, это был как раз в честь Василия Великого храм, и много других остальных святых, они занимали львиную долю моих молитв, моего молитвенного времени, Господу отводилась очень скромная роль, Иисусу Христу довольно очень скромная роль. Чаще всего это в окончаниях молитв, где словословие было Отцу и Сыну и Святому Духу. Были отдельные молитвы, конечно, в любом молитвословии они есть. Иисусу Христу, там, Духу Святому, Отцу Небесному, есть акафисты прекрасные, Иисусу Сладчайшему, Христу Спасителю, и мы в храмах поем сейчас, реформаторских православных. Но ни к Богородице, ни к святым не обращаемся. И в 96-м году я отказался от молитв кому бы то ни было помимо Господа через Писание. И некоторым священникам, моим коллегам я это рассказывал. Они мне говорили, это Павел написал, мало ли, как бы, даже еще и семинарской скамьи, там, обычно вот из Петра цитируется, что нечто неудобовразумительное такое есть, как бы, вот, наверное, он что-то не так понял, Павел, и не так, как бы, правильно все рассказал. Но говорю, хорошо, если Павел не указ вам, то говорю, а сам Иисус Христос указ? Смотрите, что он сказал. Записано у Иоанна, опять-таки, 14:6. 14 глава, 6 стих, да? Я есть путь, истина, жизнь. И он подчеркивает дальше, никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. И он не сказал, эта информация для лишь протестантов, которые там, допустим, движение родится в 16 столетии, а вот для всех остальных православных католиков, допустим, также через мою маму, дай Бог ей здоровья, там, значит, допустим, там, других вот моих учеников-апостолов, конечно, там, и прочих, кого там канонизируют там церковь. Представляете, Христос не ставил там запятые и не оставил там еще в списке много мест свободных. Нет, это не кроссворд, это не теорема, друзья мои, это аксиома. Это то, что Господь провозгласил, и Он это, скажу так, не просто провозгласил, если бы только слова, хотя словам Господним надо верить обязательно, но здесь само действие, Он действительно за нас пролил свою кровь. Некоторые говорят, вырывая из контекста Писания, говорят, но ведь Марии тоже оружие прошло душу. Говорят, да, но ее даже материнские страдания, даже ее грехи не могли омыть. Не говоря про грехи других остальных людей. Потому что страдания всех невинных жертв этой земли, а что, другие матери не страдали? А что, только лишь одна Мария видела страдания своего сына? Много очень матерей страдает, много отцов страдает, много детей страдают страшными страданиями. Но все страдания всех невинных жертв этой земли, они, скажу так, ничего не могут сделать. Даже для самих страдальцев. Но есть страдания Иисуса Христа, Его страсти. И страсть Христова, Его страдания, они действительно искупительны. Он умер быстро на кресте. Даже Пилат был удивлен. Как так? Уже умер? Да, умер. Обычно люди дольше страдают на крестах. И если брать по времени мучений своих, то Иисус не был самым большим страдальцем. Я читал, извиняюсь, за подробности просто, допустим, читал о некоторых казнях гладиаторов в Римской империи. Скажу так, что описание страданий Христа блекнут в сравнении. Я не буду сейчас никого там, может быть, обижать, но скажу, что
В частности, в римских аналах написано, в частности, что некоторые римские гладиаторы, у них был высокий болевой порог, видимо, они выдерживали такие пытки, что даже сами римские палачи были в ужасе. Допустим, один из таких избитых людей, у него отрывалась плоть тоже от тела уже, значит, и его, когда прибили ко кресту, он целую неделю страдал на кресте и не мог умереть. Представляете, это были феноменальные вообще, были личности просто сильные, как быки просто вообще, которые не могли умереть. Вот, он уже целую неделю уже мучается на кресте, стенает, мучается, обливается кровью, не может умереть. Страдания, скажу, страдания таких вот этих страдальцев, в частности, описание убийства гладиаторов времен Спартака, там, и до того, и после того, скажу вам, что описание страданий Христа евангельские, они блекнут в сравнении с описаниями вот этих страданий. И поверьте, если бы экранизировать страдания, вот эти страдания, то страсти Христовы, картина, она поблекла бы. Именно что касается ужасов, что касается именно, вот именно самих описаний. Но, господа, почему мы говорим, что страдания Христа, они уникальны? Они неповторимы. Почему? Потому что это был Агнец Божий. Его святая кровь была пролита за грехи людские. Наши грехи его распяли, его прибили ко Христу. Его страдания невинного Агнца. Это не был бунтарь-гладиатор. Это не были какие-то преступники, криминальные люди. Нет, это был Агнец Божий. Ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. Святой и непорочный. Слава Иисусу Христу. Слава. И его божественная кровь, она и по сей час омывает грехи грешников. И по сей час, по наше время, слава Богу. И сегодня миллионы и миллионы верующих, разного цвета кожи, разных языков, разных наречий, разных стран, разных континентов, благодарят Иисуса Христа. И дай сегодня микрофон миллионам и миллионам грешников, которых Бог спас через Иисуса Христа. Им есть что рассказать об Иисусе Христе. Им есть чем поделиться об Иисусе Христе. Что Христос сделал в их судьбах? Я тоже могу много что рассказать о том, что Христос сделал в моей судьбе. Это самое драгоценное, что мы можем говорить другим людям, а друг другу, самим себе. И я благодарю Бога. Многие проливали свою кровь, но никто не сможет сравниться с жертвой Христа. Даже близко. Ему вся слава и хвала. И, братья и сестры, мне очень печально от того, что вот сегодняшним вечером и вот завтрашним днем миллионы православных и частично католических христиан, обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой, будут молиться к Матери Иисуса Христа, к Марии, называя ее Богородицей. Этот праздник, знаете, да, Покрова? Мы все знаем праздник Покрова. Я всю жизнь знал праздник Покрова. И в ус себе не дул, и это как бы по умолчанию, ну, Покрова Божьей Матери, конечно, Пресвятой Богородицы, как бы это, ну, как бы это, ну, само собой разумеющимся для меня было так, до 96-го года. Это было так для меня. Как и тысячи моих коллег остальных, я тоже совершал службы, и как бы, и для меня это было, ну, как бы святынью. Я сейчас не хочу ничьи чувства религиозные обидеть, допустим, но я скажу правду, матку. А правда в чем? Правда в Иисусе Христе. Правда в том, что не покров Марии, не покров чей-то еще другой, а покров всемогущего Бога. Аминь. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. И также это в 90-м псалме, да? В 118-м псалме, очень красиво тоже сказано Давидом, 118-й псалом, 114 стих, написано следующее. Псалом 118, 114. «Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю». То есть покров Божий, это не просто магия какая-то, оккультизм, нет. Покров Божий, когда мы уповаем на слово Господне. Покров Бога, он не просто нечто такое, как аура какая-то, как сверхспособность. Нет, покров Бога, вот, уповать на слово Господне, на живого Бога. Когда мы живем с Ним, с Богом, доверяем Ему. И еще, из Второзакония хочу прочесть тоже красивое очень слово такое. Второзаконие, 33 глава. Второзаконие, 26-27 стихи. Второзаконие, 33, 26-27.
такие слова здесь. Нет подобного, написано здесь, Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Аминь. И Господь действительно нет подобного Ему, ни на небесах, ни на земле. И когда в 20 главе Исхода, когда Он давал заповедь, это первое, что было сказано. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из дома рабства, из Египта, из дома рабства, из дома позора этого. И спас тебя. И Он говорит дальше, что пусть другого Бога не будет у тебя никогда, только Я. И это Израиль принял. И те, вышедшие из рабства египетского, приняли. Там были евреи, были неевреи. Очень разные люди были там на самом деле. Согласно еврейскому преданию, которое было подтверждено археологией только лишь вот уже в наше время, примерно треть всех евреев так и остались в Египте. И они не поверили Моисею, не поверили Богу в конце концов. Так и остались там. И были впоследствии истреблены, смешались и прочее. Но за место отпадших, неповеровавших, Бог все равно восполнил, позвал тех, кто не был позван изначально. Язычники многие, египтяне, которые поверили Моисею, поверили Богу Авраама, Исаака и Яшева. Они вышли тоже из Египта. Они поверили прогнозам, да, Бога Небесного, а не этого гидромедцентра египетского. И они были правы, потому что Бог над всеми небесами, над всею землею, над всею преисподней. И они вышли из рабства египетского, хотя не были рабами вот в таком смысле, буквальном. Их не гнобили там, значит, и не заставляли там, значит, работать за миску супа. Вот, но они вышли, потому что рабство это не просто быть за колючей проволокой. Раб греха. Раб греха. Фараон, он тоже был рабом, просто этого не знал еще. Вот, и свобода это не просто быть гуляй-поле. Да? Нет, свобода это Бог. Это, как ни странно, многие евреи, там вышедшие, осознали впоследствии, и не евреи те, что вышли из Египта, они осознали, что на самом деле Бог дает им настоящую свободу, которая есть рабство Его, которая есть Его царство, оказывается. Представляете? Слава Богу! И царствовать мы в царство света. И когда вышедшие из Египта, они слышали заповедь святую, то, конечно, да, это было прекрасно, торжественно, гром и молнии и страшно, но впоследствии Израиль на своей шкуре испытал все прелести многобожия, мнимые прелести, все прелести отступничеств. Храм был перворазрушен из-за отступничеств, из-за того, что многобожие, идолопоклонство, от которых Бог защищал своих детей, они такие стали проникать в народ Божий. Извиняюсь, а сколько времени у меня еще есть? Еще час. Еще час есть, да? Да вы что? О, хорошо. А думаю, что я спешу. И хорошо бы здесь вот все-таки как во многих домах молитвенных часы такие вот, чтобы как бы... Да? Это не совсем? Можно не совсем. Не, шучу, шучу. Это как я по поговорке такой удали записано. У попа сдачи не бывает. Друзья, сегодня мы молились в Киеве как раз о том, чтобы покаялись священники. Как ни странно, многие люди не подозревают, но бачу, надо тоже каяться. Да, и как написано в 6 главе Деяний апостолов, да, что многие священников покорились вере. Они не то, что были атеистами, но они неправильно верили, неправильно понимали многие вещи. Им нужно было покаяться. И покориться вере Божьей, праведности через веру в Иисуса Христа. И они покорились Богу, слава Богу. И сегодня и нашим батюшкам, надо, и матушкам, всем нужно покаяться, примириться с Богом, родиться свыше. Один из начальников иудейских учителей, Никодим, приходивший к Иисусу ночью, он даже был удивлен, шокирован, как же так? Что это же он снова залез в утробу матери и родиться, о чем ты говоришь, Иисус? И сегодня... Скажу так, не менее глупые высказывания слышу я из уст людей в рясах с крестами по ноги и на груди. Элементарные
такие библейские истины, казалось бы, от таких умных и разумных закрыты каким-то образом, я не знаю почему. Простым очень просто открывается. Говоришь какому-то хрестоматийному грешнику, наркоману, алкоголику, проститутке, и люди каются, обращаются, и принимают и спасаются. Говоришь богослову, говоришь священнику, епископу, они еще там пальцем, а кто его знает, а как оно там, и вообще, значит, там, оттуда говорит, никто не возвращался или что-то еще. Господа, поэтому слепые, когда ведут слепых за собой, они попадают в яму. Но когда прозревшие ведут прозревших, они ведут в Царство Божье. И я очень сожалею о том, что некоторые годы моей жизни я был слепым поводырем для слепых. Но с того момента 96-го года я прозрел. Каким образом прозрел? Написано у Иоанна, 8 глава, 32 стих. Иоанна 8:32 написано. Познаете истину, там и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8:32. Через познание истины. Свобода это не то, что бесплатно, это за то, что сражаться. Через познание. Потом и кровью дается свобода. И от Бога дар есть, да, вечной жизни, но свобода, за нее нужно посражаться. И самое великое сражение за свободу, это познание, познание истины. Потому как свобода от религиозного инокультизма, здесь мало даже просто раскрыть проблему. Здесь очень важно выявить, кто же является основанием, что же является фундаментом. Здесь очень важно, потому что люди в религиозной такой, в религиозном оккультизме находящиеся, они ну просто-напросто ослеплены. Кстати, господа, религиозный оккультизм, только лишь он в православии бывает или в других конфессиях тоже бывает? Как думаете? Бывает. Я, потому что рассказываю больше о том, что мне близко и понятно. Но я спешу вас уверить, что проблема оккультная, религиозная, она это не конфессиональная проблема. Это межконфессиональная проблема. Да. Поэтому как бы говорить об этом нужно везде, в принципе, в христианстве. И если бы касалось бы только лишь там православной церкви, то как бы аудитория была бы другая немного, более бородатая и значит, косыночная. Значит, извиняюсь. Но дело в том, что проблема значит, оккультизма, она ну, так или иначе, она... проблемы и межконфессионально. Хотя везде она имеет свои особенности. Допустим, есть сиамское уродство такое у многобожия. Это идолопоклонство. Всегда они рядом обычно. Вот по Писанию это так. Там, где многобожие, там всегда идолопоклонство. И наоборот, где идолопоклонство, там обычно всегда и многобожие, так или иначе. И это первая, вторая заповедь, они как-то очень всегда вот нарушаются, сразу нарушаются. Многобожие – это хрестоматийное обращение помимо Бога кому-то еще, на стороне. Других посредников, других ходатаев к Богу искать – это типичное классическое многобожие. Обращаться к иным богам. Христиане сегодня вроде бы не молятся иным богам, но по сути своей православная главная проблема традиционной церкви православной и католической – это именно многобожие. Это поиск многих ходатаев к Богу, дополнительных, помимо единственного и неповторимого ходатая Иисуса Христа, праведника. Это проблема очень большая. Протестантский мир, слава тебе, Господи, не имеет такой проблемы, за редчайшим исключением. Слава Богу. Особенно русскоязычный мир, славянский мир, протестантский, я знаю точно, вы не молитесь, или может быть. Но обычно не молятся такие. Слава Богу. Это хорошо, это благочестиво, держитесь этого. Но это не повод вам нос задирать и говорить, вот мы теперь лучше намного. Дело в том, что проблемы-то другие еще. Проблема идолопоклонства, вот я сейчас расскажу так, еще такую историю, пример. Проблема идолопоклонства, согласно даже Писанию, сошлемся на Библию, согласно Писанию, она есть проблема открытая, есть скрытая проблема. Открытое – это то, что вот мы сегодня в православии традиционно, ортодоксально видим. Это икона почитания, почитание крестов, икон, мощей. Там это откровенное, вульгарное идолопоклонство. Ничем не прикрытое, не закамуфлированное. И человек, даже первый раз открыл Библию, почитав, как бы он скажет, ну, все понятно, здесь конкретно нарушение вот второй заповеди, и это идолопоклонство. Как бы если беспристрастно будет читать Библию вот ради истины, а не ради, там, допустим, того, чтобы найти, что ему выгодно.
Но также в Библии говорится, что идолопоклонство бывает не только открытых, вульгарных форм, но и скрытая форма болезни есть, которые могут быть не менее убийственными, но, опять-таки, их сразу-то не определишь. И вот скрытые формы болезни какие? В книгах царств мы что видим? Помните, Саула обличает Самуил, да, в идолослужении. Самое интересное, хрестоматийный наоборот, он свободен был от идолопоклонства. Он все это уничтожил, убрал, но в глазах Бога он был, оказывается, идолопоклонником. Почему? Потому что непослушание Слову Божьему, именно в контексте, там именно о Божьем поручении говорилось, о Божьем Слове, в глазах Бога то же самое, что идолопоклонство, идолослужение. Непослушание Божьему повелению, Божьему Слову. Это не просто непослушание, некоторые имеют в виду непослушание вообще, как таковое. Нет, в контексте имеется в виду непослушание именно Божьему Слову. И в глазах Бога является таким же идолослужением, идолопоклонством. И поэтому вот есть такая скрытая форма этой болезни, которая, ну, все равно обнаружится рано или поздно, конечно. Вот, и еще в Новом Завете говорится, что любостяжание есть то же самое, что идолослужение. Любостяжание. Это славянское слово, но как бы неупотребляемое сегодня нами. Любостяжание, мне говорили, как украинской мовы, я забыл опять. Мне надо записывать. Но, кстати, в украинском перекладе, да, значит, там мне дали несколько разных переводов уже подарили, украинских. Я так стараюсь украинскую мову так вот осваивать, по крайней мере, вот библейскую, чтобы мне учиться именно библейски вот так вот говорить, может быть, проповедовать очень хочу. Мне однажды снился сон, я проповедую украинскую мову. У меня с тех пор мечта такая появилась как-то. Но не хочу с ужиком, хочу по-настоящему. Не понарошку, а так по правду, чтобы так вот, как одна бабушка говорила, файный пип, чтобы оправдать высокое доверие. Так вот, но, значит, в украинском переводе, на самом деле, там более четче и более, ну, ближе к оригиналам, именно к еврейскому и к греческому текстам. Но классический пример, который вот я с переводчиками тоже работал, общался с переводчиками Библии, и, конечно, я был немного так шокирован. Допустим, в русском переводе в Старом Завете написано, что если муж возненавидит жену, он должен дать ей разводную, да? Есть такой текст. Но я-то с еврейскими еще даже служителями разговаривал на эту тему, не мессианскими, даже ортодоксальными. Вот они говорят, ну что ж, у вас там вот Библия, ваш взгляд совершенно иной, в оригинале же по-другому. А в еврейском буквальном тексте говорится, что Бог ненавидит развод. Буквально текст говорит так. А русский синодальный перевод говорит, что если муж возненавидит жену, пусть даст ей разводную. Хотя текст оригинальный говорит совершенно не о ненависти мужа к жене, не о разводе. Говорит наоборот, что Бог, что вот я ненавижу разводы. Представляете? И в украинском переводе, слава Богу, сделали именно оригинальное звучание. Не то, что там муж возненавидит, даст развод. Это вообще, что за глупость пришла? Есть даже разные версии, почему в русском синодальном переводе, в английском переводе, в других переводах, везде, значит, именно оригинальное звучание. Почему только в русском синодальном переводе, или как сами семинаристы порой ругаются так, в синодальном переводе. Почему именно вот так вот записано? Ведь это же не просто чуточку искажен текст, а вообще, ну, прямо диаметрально противоположно сказано вообще. Ну, есть такая версия, что вот один из царей-батюшек хотел как раз развестись, значит, как бы, значит, да вот, как бы Библия мешает ему. И вот не чтобы сам менялся, а Библию поменяй. Вот как бы попросил очень вежливо, а то на кол посажу. Значит, переводчиков, чтобы они славянских, чтобы они записали именно вот так вот, чтобы если муж возненавидит, значит, пусть даст развод ей все. И как бы, значит, ну и переводчики, как бы славянские, говорят, ну, как бы, себе дороже будет, перевели, как царь батюшка сказал. Есть такая версия. Тем более это все совпало с разводом как раз государя императора, как бы, в общем-то, все складывается. Значит, и, ну, проблема, как бы здесь мы нащупали сейчас одну из проблем таких ахиллесовых пят христианства. Цезарепапизм, подчиненность государству, сильный века сего, маммоне. Через это очень много ересей, заблуждений появлялось. И, кстати, через это же и оккультизм в христианство стал проникать потоком просто-напросто огромнейшим. Да, господа. И вот, если вернуться, опять-таки, наверное,
надо о покровах все-таки сказать. Потому что это будет неполной картиной. Слушайте, если я не скажу сейчас о покровах, то, наверное, завтра уже будет немного другая будет совсем тема. Вернее, продолжение темы, но не о покровах буду говорить. А покрова, знаете что, если люди будут вас поздравлять с праздником, скажите, а вот пусть Божий покров прибудет над вами. Не покров Богородицы, не чей-то еще, а Божий покров. И знаете что, оказывается, вот сама идея праздник покрова, корнями, знаете, куда уходит? В библейский праздник Суккот, поставление кущей. Потому что главная идея праздника кущей, поставление кущей, это именно покров Божий над человеком. Когда Бог повелевал еще в древности, да, мы читаем Писание в Левит, в других текстах из Библии, что Бог повелевал целую неделю жить в шалашиках. Зачем? Чтобы мы поняли, что и в шалаше с милым, и в шалаше рай. Чтобы мы осознали, что действительно есть вещи, есть ценности такие вечные, а есть приходящие. И как Павел написал в Коринфянам, видимое – это временно, а невидимое – это вечно. И вот для этого целую неделю должны были мы жить вот именно в шалашиках. Сегодня мало христиан исполняют эту традицию, но это Божья традиция, не просто праздник. Некоторые говорят, ну это про... Я у себя в церкви рассказываю об этом, и некоторые потом как бы говорят, ну все-таки зачем нам это? Это же еврейский праздник. Я, о, понял. И я стал акцентировать внимание людей на это. И стал говорить, слушайте, это не просто еврейский праздник, это библейский праздник. И Бог сам говорит, это мои праздники. Знаете ли, то, что еврейский народ сохранил, слава за это, конечно. Но, значит, но Богу вся слава за то, что Он дал нам этот праздник. Значит, всем, абсолютно всем. И некоторые говорят, ну это было в Ветхом Завете. Слушайте, а в Новом что? Что, другой Бог, что ли? Знаете ли, когда Христос придет, Он придет не в Сумы, не в Ромны, да, значит, и не в Киев, а куда? В Иерусалим. Опять-таки, опять снова Иерусалим. Слушайте, никуда не денешься ты. И, конечно, будет вражда. Сейчас страшная вражда, конечно, против Иерусалима. Антисемитизм сегодня, к сожалению, ну, большая часть, ну, чего греха таить на планете нашей, людей не знают Бога, не приняли Иисуса Христа Спасителем, Божью часть. И поэтому ненависть к Израилю сегодня невероятная просто. Антисемитизм – это то, что дьявол использовал всегда для уничтожения народов. И мы знаем, что вражда будет еще ой-ой-ой какая, потому что люди, народы соберутся войной на Израиль и пойдут войной на Иерусалим. И сегодня в воинских частях российской армии, по крайней мере, распространяются через священнослужителей, через полковых священников, там, или как назвать их, не знаю сейчас, военных священников, распространяется такая информация. Она не только в воинских частях распространяется, ее можно купить, эти книжечки можно купить фактически в любом храме православном, ну в России, по крайней мере, в Украине не так это может быть распространено. И говорится в этих книжечках, допустим, о России перед вторым пришествием, другие книги, такие эсхатологические, православные. В ней говорится, что вот мы спасли мир, мол, однажды от фашизма, от коричневой чумы, спасем мир однажды и от антихриста. И пойдем войной на Иерусалим, значит, соберем все народы, значит, и очистим, значит, там, Иерусалим от ереси антихриста. Значит, и спасем мир. Значит, как бы, и это, мол, судьба такая, будет белый царь в России, и мы возродим, значит, огромнейшую империю, и пойдем войной на Иерусалим. И сегодня в воинских частях, это не просто бабушкины какие-то сказочки, там, значит, на ночь. Знаете ли, это в воинских частях полковые священники рассказывают это молодым бойцам, что вот это миссия, выполнимая миссия русской армии в будущем. Они не говорят, что это будет завтра, послезавтра, говорят, но это на, нужно еще восстановить монархию, там, или хотя бы образ монархии, как бы, значит, должен быть определенный. Но, значит, говорится, на, как программа максимум, как бы, для России на будущее, это вот именно такая великая судьба нас ждет. И всегда акцент делается вот именно на это. Но знаете ли что? Вот такие брошюрки перечитывая, а потом обращаясь к Библии и сравнивая, я вижу картину, апокалиптическую картину. Великой войны с Иерусалимом, на самом деле это все будет, это правда. Но даже в Иерусалиме там, да, на самом деле много всего нехорошего происходит и сейчас, и будет потом, но это не повод идти войной на Иерусалим. Потому что Бог, Он над своим словом очень внимательно наблюдает. И Его обетования, они всегда верны. Абсолютно всегда. И Он не дремлет, не спит. И те, кто пойдет войной на Иерусалим, знаете, если это будут украинцы или русские, или кто еще, страшной трагедии будет.
Страшнейшая трагедия. Будет смерть. Я не знаю, либо Бог даст какое-то Израилю сверхъестественное оружие, либо даст идею о каком-то новом виде вооружения для израильской армии. Я не знаю, что будет, но будет великое поражение. Величайшее поражение. По описаниям смертей очень похоже на нечто похожее на ядерное, но не совсем ядерное. Это похоже на что-то иное, принципиально иное. Что они исчахнут, у них они сейчас стоят на ногах, они уже глаза уже исчахнут уже. Они будут умирать просто-напросто, ну, как бы вот массово, эти солдаты армии, собравшиеся на Иерусалим. И дальше говорится в пророчествах, что Мессия, он будет там, в Иерусалиме. Он вернется. Мы знаем, что Иисус вернется таким же образом, как он ушел. И он будет там, Христос Иисус, не Антихрист, а сам Иисус Христос. И после этой великой войны люди всех народов будут приходить в Иерусалим на праздник поставления кущей. Опять-таки, то есть праздник кущей, это не просто вчерашний день да, народа Божьего, это день еще и будущий, оказывается, представляете? И дальше говорится в пророчествах, что те народы, которые не захотят идти, у них будут проблемы. Бог будет закрывать, допустим, над Египтом, допустим, да, будет закрывать небеса, чтобы не было дождя у них. Чтобы, ну, как бы, не то чтобы добровольно принудительно, но чтобы их вразумить, чтобы они поняли, что им надо быть там на празднике поклонения. Чтобы им надо быть там, потому что в отличие от Пасхи, от, допустим, Пятидесятницы, да, Шивот, именно как раз праздник Суккот, он еще не исполнившийся праздник. Еще не исполнившийся. А он исполнится при втором пришествии Иисуса Христа. Мы это знаем. Он исполнится, поверьте. Мы верим этому через, не просто мне на слово, а поверьте Слову Господнему, Слову Божьему. И я поэтому проповедую в России, проповедую в Украине, везде молодым людям. Я говорю, если вам скажут, идите в войну на Израиль, не идите никогда. Никогда. Я вспоминаю в таких проповедях еще, вот в России проповедовал недавно совсем, в Орле, был первое воскресенье месяца октября, Международный день молитвы за Иерусалим. И там я проповедовал, значит, тоже в церкви, в одной евангельской, пятидесятнической церкви, церкви Бога, значит, и в городе Орле. И тоже рассказывал как раз из Писаний вот эти и многие другие примеры. И говорил, что для нас, христиан, должны быть, вот, ну, на самом деле, как вот Лютер сказал очень мудро, sola scriptura, только Писание. Только Писание. И это действительно, это так. Если это так, то наша вера, она будет, ну, на правильном основании и правильными строительными материалами сделанная. Слава Иисусу Христу. Слава Богу. Господь да благословит нас, друзья мои. Сегодня хочется также, ну, под занавес, что скажу. Я упомянул сегодня два, наверное, таких главных, ну, монстра, что ли, религиозного оккультизма. Хотя я так лишь упоминаю о них, как бы детально я их как бы не распотрошил. А ведь нам нужно сделать, знаете ли, нечто подобное тому, что делают будущие врачи, вскрывая тела или присутствие при вскрытии мертвых тел. Для чего? Не для острых ощущений. Мы должны сегодня многие заблуждения вскрыть и показать, и гнили то достать сегодня. А для чего? Чтобы помогать людям живым. Чтобы помогать тем, которые недугуют сегодня, болеют, помочь им освободиться, познать истину, отойти от ересей многочисленных. И я назвал две главных проблемища оккультных в современном христианстве. Это идолопоклонство и многобожие. Это основные такие киты в этой проблеме религиозного оккультизма. Многобожие, я снова повторю, выражается в современном христианстве, в очень пестром культе разных святых. Это не христианство. Это инородное явление, оно принесено было в христианство. Долгая история, не достанет часу даже рассказывать. Я завтра кое-что лишь упомяну об этой истории, трагичной такой, экскурсию такую в древнюю церковь. Мы сделаем завтра такую небольшую, чтобы было как бы это наглядно. Даты некоторые можно назвать. Дату 431 год, вот сегодня запомним. То есть первых 4 столетия христианской истории не было в практике христианской молитвы кому бы то ни было помимо Господа. Но после того самого злополучного 431 года
К сожалению, это стало нормой для миллионов христиан. Завтра расскажу я об этой трагедии более детально. А еще более детально я рассказываю это в лекциях по истории христианства. Рекомендую, можно использовать разные там торренты и прочее, там, скачивать из сети, пожалуйста, качайте, переписывайте, распространяйте. Все права на все лекции с 96 года по сей день я отдаю Иисусу Христу. Аллилуйя. Поэтому можете распространять, переписывать, как заблагорассудится, пожалуйста, в любых коммерческих, некоммерческих, любых целях. Лишь бы слово достигло сегодня миллионов наших соотечественников. Это очень важно. И хочется, чтобы действительно люди, ну, не попали в беду великую. Потому что, если бы проблема касалась только земной жизни, здесь на земле, вот я свое христианство могу даже вспомнить сейчас, вот, ну, до 96 года, были чудеса, Бог, я верил в Бога, но не так, как сказано в Писании. К сожалению, мое христианство, особенно когда я был уже священником, с 91 по 96 годы, священником я был традиционной православной русской церкви в России. До того я служил в храмах, но я был чтецом, диаконом, пономарем, там, диаконом. Значит, это было в Орловской и Московской областях, а уже священником служил я в Рязанской и в Брянской областях. То есть, как бы вот, это все центральноевропейская Россия. И, знаете, я себе в ус не дул, что это как бы что-то из плохого. Я, наверное, как и тысячи моих коллег, я полагал, что я служу Богу вообще-то. Я верил в это, я, как я понимал, служил, как я понимал. Но в 96-м, читая Слово Божье, ужаснулся я в такой картине. Знаете, как вот фильм «Матрица», первая часть, вот, в свое время такой популярный фильм был. Значит, и там рассказывается о том, что люди как бы живут, но как бы и не живут. Да? И вот я, оказывается, вот, жил, батюшка был, все, значит, нормально. Там, я очень любил литургию, ну и сейчас я люблю ее, конечно, но уже такую... Ну, евангельскую литургию такую же, библейски направленную. Ну, то есть не молитва там Богородица, святым там кому-то еще, а только лишь к Богу. И я любил очень литургию, там и Евангелие читал, конечно, безусловно, каждый день на служениях что-то читал, есть Писание там «Вовремя он изыдет из Иерусалима, и не возьмем всю купель». Я читал это, и, знаете ли, иногда бывало что-то касалось. Я очень любил читать, петь, очень любил службу. Особенно мой храм последний, уже в Брянской области, Васильевская церковь. Знаете ли, я был, ну, в таком шоке, таком приятном, культурном. Потому что, знаете, этот храм, он никогда не закрывался фактически. Была моя мечта служить в таком храме вообще. Как вот, ну, есть такое, такая присказка в православии, намоленный храм, такой, знаете, вот. Такой вот, чтобы вот не, там не было безбожия никогда там, значит, там... Как, обычно я все время в новых храмах служил, как бы. А это вот, наконец-то, исполнилась моя мечта старая, такая вот именно. С самого 88-го года я мечтал об этом. Вот, о таком храме. И тем более, акустика была потрясающей, невероятной. Храм был четверик на восьмерике, деревянный. Вообще-то, это сказка была просто. Алтарь был такой огромный, что почти, фактически весь кафедральный в Брянский собор помещался бы там, значит, ну, по площади вообще. Это архиерей, когда приезжал, я вообще, да ты что, у тебя такой храм, это, мой собор, это вообще это один предел только твоего храма вообще. Вот, конечно, там, значит, там один престол такой, ну, поэтому алтарю можно было бегать буквально, значит, там, поэтому проскопить я слышал, там, бегом туда, бегом сюда, значит, вот так вот, такой храм был. И три престола, значит, и когда там возглас я первый дал, помню, в алтаре, там «Благословен Бог наш!» Я аж обомлел, звук прям пошел туда, из-под купола как ударил, вот это да! Я аж дверь приоткрыл, значит, сбоку, и стал слушать, вот это да! И, оказывается, это уникальнейшее сооружение было, ну, памятник искусства и архитектуры, могли же строить, а, там польские какие-то дворяне построили, в общем, молодцы! Потрясающе, конечно. И, знаете, я это очень любил, вот это храмовое благочестие, но в 96-м меня осенило кое-что, читая об разорванной завесе в храме. А я завесу эту каждый день, ну, символизирующую ту самую завесу древнюю, то отодвигал, то раздвигал, значит, ее и, ну, это красиво, конечно, царские врата открываю, значит, закрываю, значит, ну, как Николай Васильевич Гоголь писал, что это как хорошо отрепетированное театральное действие стало. И в этом театре у меня была любимая роль батюшки.
Значит, до того была любимая роль диакона. Значит, и, в общем-то, я очень любил свою роль, и я вживался, знаете, наверное, даже отдачных слабых верю. Но все равно, значит, как бы ты не в этой роли не вживался бы, и хоть даже уже как бы и сам верил в эту роль, все равно я осознал через Писание, что храмовое благочестие завершилось тогда, на Голгофе, когда Иисус сказал «совершилось». И когда завеса в храме разорвалась сверху надвое, до самого низу. Я вспомнил трагедию, да, Иакова, когда он узнал о гибели сына своего, Иосифа, он просто разорвал одежду. И вот и это многие проповедники указывают, это знак траура, печали такой. Небесный Отец разорвал завесу. Так завеса была не просто занавесочка, как у меня там, которую можно было очень легонько так вот отодвигать. Завесище огромное. Врата, храмовые врата. Я почитал библейскую энциклопедию, ахнул. Это что, для циклопа построили? 26 метров высота, ворота, по 8 метров створочки. Вот это да! 25 этих воинов, они лишь приоткрывали створочку этой двери. Вот это да! Махины, там тонны золота, серебра, камней на этих воротах. Представляете? А в Талмуде говорится в разделе Йома, что вот эти храмовые вот эти вот ворота, они сами собой распахивались во время служения. 40 лет подряд, последних 40 лет подряд. Храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Отнимайте 40 лет, получается 30-й год нашей эры. То есть время как раз страданий нашего Мессии Иисуса Христа. Потому что его рождение официальное, ну, оно отличается от его реального рождения, потому что его рождение настоящее было, ну, за 3 года до общепринятого, как бы. Вот сейчас мы говорим, какой у нас год? 2013. Господа, вынужден удивить, но 2016 уже. 2017 даже начинается. Поэтому, как бы, потому что, если брать от Рождества Христова, вот, и плюс еще вынужден разочаровать, многих, наверное, любителей, как вот в православии поется, празднолюбцы, любители праздников, то бишь. Значит, Рождество Христово было не в декабре и не в январе. Представляете? Оно было вот уже вот недавно прошло. Значит, зимой, вернее, зимой, а осенью, вот как раз вот осенние праздники, как раз и было рождение царя царей, Господа господствующих. В этом состыковываются как раз и астрономические вычисления обсерватории НАСА, выдающихся ученых современных, компьютерные вычисления, затмениях там и прочее. Значит, все указывает на 3-й год до нашей эры, значит, и как раз вот на сентябрь месяц по нашему летоисчислению, на начало месяца Тишрей по библейскому календарю. Значит, и об этом косвенно говорят и библейские многие пророчества, и факты из Нового Завета. Перепись Кесаря Августа, она тоже была 3-й год, 4-3 год до нашей эры. Любую энциклопедию откройте, я вас не обманываю. Вот, и это была перепись Кесаря Августа. Римлянам не было смысла врать вообще насчет с этой переписи ничего. Это была первая перепись Кесаря Августа, вот, и это все было задокументировано. Плюс еще перепись не проводилась ни в одной провинции в зимнее время. Исторический факт. Ни в одной провинции. Значит, в Иудее, в частности, уже к осенним праздникам завершалась всякая перепись населения. Потому что римские оккупанты, хотя и были оккупантами, но они уважительно относились к религии оккупированных народов. Как бы и праздник Суккот уж, праздник паломнический, они уважали, почитали. Как бы, ну, конечно, почитали, но уважали как бы, традицию местную. И знали, что здесь уже как бы уже нельзя на рожон так вот лезть. И плюс еще череда, Авиева череда, знаменитая, да? Вот, значит, если от Авиевой череды делать исчисление, мы тоже попадем как раз по срокам беременности, тоже попадем как раз вот на начало месяца Тишрей. То есть осенью, в сентябре мы должны спеть «Нова ради стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна, світло засяла». Над вертепом зірка ясна, світло засяла. Мне так нравится, да? Красивые песни такие. Рождественские. Слава тебе, Господь. Слушайте, а давайте на следующее Рождество, то бишь в сентябре следующего года. Вот, наверное, такие глаза будут у жителей Ромны. Вы что, сектанты перепутали все праздники осенью, колядуют, славят Иисуса Христа. Скажут, вот эта суперсекта здесь собралась, а? А я с вами там, с батюшками с нашими. Вот как.
Думаю, вот такая сенсация, наверное, она вот точно, там уже ну, не покаяться невозможно. Даже хотя бы раз за компанию. Знаете ли? Да. Да, и знаете, господа, на самом деле, вот много что перепутано, но перепутано не потому, что Библия путанная, не потому, а потому, что люди запутались, потому что осуетились в умствованиях, омрачилось их сердце, потому что слово вот, бросили за себя. Матфея, вспомним сейчас, мы еще под занавес, Матфея 22:29. Матфея 22 глава, 29 стих, 22 глава не очень такая она как бы и радостная, это все споры. Вот спор там с саддукеями там, и к Иисусу все, со всех сторон там подходили противники со словопрениями этими. И вот достойный ответ дал Иисус саддукеям. Он сказал, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Четко и ясно. Знаете, диагноз поставлен, очень четкий. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. И все оккультные заблуждения, друзья мои, также... Первое, от незнания Писания. Второе, от незнания силы Бога. Кстати, в оригинальном, если брать именно оригинальный греческий текст, у меня вот с номерами Стронга на компьютер поставил программку, проверяю каждый раз, смотрю, интересно очень даже. Есть такой вариант перевода, буквальный перевод, можно так сделать. Или, допустим, перевод, восстановительный перевод, то же самое говорит нам. Заблуждаетесь, пренебрегая Писаниями и силой Божьей. Вот такой буквально перевод. И мне он больше понравился. Почему такой вариант? Потому что я его использую обычно тоже у себя в церкви. Потому что учеников Саддока трудно было упрекнуть именно в незнании Библии. Это не были, знаете ли, незнайки. Это были знайки как раз. Но их можно было упрекнуть реально, и я думаю, Иисус в этом их упрекнул, в пренебрежении Писания. Что они, как говорится, видели, смотрели в книгу, а ничего не видели как бы в ней. Вот, и поэтому Иисус-то и упрекнул, заблуждайтесь, пренебрегая Писаниями. Потому что можно читать ее, но по-разному читать. Смотри, как читаешь ее, да, вот внимательно. Изучай, задавай вопросы, разговаривай с этой книгой, она живая, потому что ты на самом деле можешь чему-то научиться. И они много раз это читали и знали, что Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. И он говорит им, Бог не есть Бог мертвых, Бог живых. У Бога все живы. И я думаю, там многие судаки. Вот это да. Вот это ответ. Достойнейший. И всякий материализм религиозный просто-напросто рушился. Слава Богу. Слава Богу. Да. Кстати, некоторые умники ссылаются и умницы вот на этот текст Писания, вышеназванный, и говорят, о, мы молимся не мертвым, а живым, которые в другом измерении находятся. У Бога же все живы. Вот мы и молимся не мертвым. Нет, нет, и Богородица, она живая, она не мертвая. И другие умершие святые, они не мертвые, они живые, они там у Бога, они там все знают, лучше нас знают. И самое интересное, знаете ли, вся вот эта религиозная демагогия сверху покрывается покрывалом, не поверите, смиренно-мудрее. Говорят, мы недостойны. Мы ничто и никто, грязь и червь, а звездим там, паки-паки же херувимы, житие твое, говорит, пес смердящий, помните, да? Вот еще, но, и люди вот как овечки, но это все вид лишь смирения, на самом деле, ткни, там такая будет вонь, поверьте. Значит, вся вот эта скорлупа, она, это ничто фактически, нутро ядовитое. Пока человек не возрожденный, не то чтобы говорю, это такие гадкие люди религиозные, нет. Просто каждый из нас, будучи невозрожденным внутри, испорчен крайне. Это Библия говорит вообще. Любой человек абсолютно. Человек не рождается, знаете, вот вундеркиндом, значит, таким с любящим сердцем и прочее. Нет, крайне испорчен, пока не родится свыше, он даже не увидит Царство Божье. Увы, это так. Да, господа. И что еще надо вспомнить сейчас? Да, вот ответ вот таким умникам и умницам. В кавычках. Значит, и якобы смиренным таким людям. Во-первых, смирение перед Богом это не унылый вид и не опущенные глаза и не там впавший там, или что-то еще там взор такой. Нет. Смирение перед Богом это слушаться Слово Божье. Блаженное слышащее Слово Божье и исполняющее его. Вот это есть настоящее смирение. Смирение перед Словом Бога это настоящее смирение. Что вы зовете меня, говорит он, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю вам.
был бы величайшим оскорблением. Представьте, вот если бы родитель, да? Наверное, многие мамы и папы с этим сталкиваются. Каждый из нас с этим рано или поздно сталкивается. Говоришь, как об стенку горох. Тебя не слышат. В твоем доме тебя не слышат. Ты говоришь 10 раз, тебя не слышат. Игнорируют прямо. Да что это такое? Пробуйте. А что это такое? Вот падшая натура. Коздвиное лезет естество. Пока новое творение не будет, да? Оно человеческое, вот это все гнилое. И знаете, что интересно? Вот наш Небесный Отец, Он говорит, а люди многие говорят, Господи, Господи, но не хотят исполнять то, что Он говорит нам. А настоящее смирение, это не просто вид смиренный такой, а это действительно слышать Слово Божие и исполнять его. Слава Иисусу Христу. Слава. И пусть среди нас, сегодня посетивших этот семинар, будет множество тех, кто слышит Слово Божие, слушает его и исполняет в своей жизни. Это есть настоящее смирение. Смирение пред Богом ненавидеть зло. Смирение пред Богом исполнять волю Божью. Смирение пред Богом прощать. Смирение пред Богом это то, что действительно Бог говорил. Это воплощать в жизнь. Слава Богу. Возлюбленные братья и сестры. И ответ такой еще. У Бога все живы, но у нас на земле нет. Есть непосредственно мертвые, есть живые. И нам, при всем нашем понимании, что те люди живы все-таки у Бога-то, нельзя, не допускается ни под каким соусом молиться, общаться, вопрошать тех, кто умер. Сегодня мы можем, и это благочестиво, согласно Слову Божьему, молиться друг за друга. Это нормально. Просить молиться друг друга. Это хорошо. Я сегодня был у себя в церкви в Киеве, я просил братьев молиться. Это хорошо. Но если завтра кого-то из нас не будет, мы уже не имеем морального права молиться, просить, вопрошать тех, кто умер. Потому как Бог поставил пределы, преграды определенные. Это не наша юрисдикция совершенно. У нас, кстати, еще одна вещь, я о ней уже завтра буду говорить, сейчас времени уже нет уже. Завтра буду говорить. Еще одна оккультная, очень распространенная, популярная вещь религиозная. Это молитва за упокой, так называемая. Молитва за умерших. В наших церквях, реформаторских, православных, обновленческих, мы не молимся за упокой. Хотя люди, видя вот человека в рясе с крестом на груди, чаще всего именно вот в этом отношении как бы и как бы вот обращаются. Не знаю, часто, либо мне так повезет, не знаю. Вот. Даже доходит до смешного, там был случай такой, в Киеве там новостройка, район там на левом берегу, там все перепутано вообще, улица такая, улица всякая, не поймешь, не написано ничего, там значит, ну, и я спрашиваю, там, благо есть школа общеобразовательная, ну там отовсюду, конечно, ребята, я говорю, а там за забором школьным, значит, там старшеклассники тусуются, значит, я подошел, я говорю, ребята, вот мне нужен номер дома такой-то, улица такая-то. Они говорят, о, батюшка, это вот, пройдете за тот дом, и вот это высокий, это вот есть ваш дом тот, который вам нужен. Я, о, спасибо, ребята. И этот там у них там неформальный лидер, тут же говорит, а что, кто-то умер? Сразу у людей ассоциация, батюшка, значит, черная кошка, значит, прошел. А что я говорю? Я как-то сразу прям, знаете, как ответил моментально, говорю, нет, говорю, воскрес. Кто воскрес? Христос воскрес. Они тут же, а сейчас же не Пасха. А он все равно воскрес. Короче, там слово за слово, разговор такой. Я уже там уже чуть задержался с ними, с ребятами, с этими. Вот, но там классно пообщались, так поговорили. Не, ну, они все понимают, они лучше понимают, чем многие люди, даже посещая храмы. Значит, знаете ли, ну, как бы, вообще в простоте все понимают правильно. И вот, и на самом деле, и люди, вот, там в метро в Москве, вот, кстати, был, значит, там договорились встретиться внутри метро, значит, на платформе, значит, в центре платформы меня встретят. Хорошо, я стою, значит, утро воскресенье, там народу очень мало, москвичи спят обычно, значит, и гости столицы, значит, там отдыхают, значит, как бы, и вот, и в метро немноголюдно, я стою, значит, жду, зашел гражданин, уже на веселе, на бровях почти, значит, еще раннее утро, представьте себе, значит, метро только открыли, а он уже такой заходит в метро уже, веселенький, значит. И видят батюшка так, о, как-то, батюшка, и ко мне, как пуха на батюшку. Значит, и вот, значит, значит пошарился я в карманах, в штанинах, достал, значит, купюру нашел, ага. И меня обходят стороной и ищут дырочку, куда, воткнуться. Обычно у людей поэтому ассоциация, батюшка, значит, это, значит, с копилкой, или, значит, или покойник. Да, я вспоминаю.
вспоминаю из старых фильмов, это Линьяна, «Человек с ружьем», да? И там, значит, смысл такой был, что человек с ружьем там раньше боялись, там отберет, там, а теперь будет новый человек с ружьем, который поможет, наоборот, старушке там, перейти дорожку там, или что-то еще. Вот, значит, и были времена, когда батюшки в рясах с крестами, люди на груди, значит, там много морочили людям голову. Лапши навешали очень много религиозные. А теперь приходит время новых батюшек. Слава Богу. Которые не с копилками ходят, которые, значит, не покойников, там, значит, шаманят что-то с покойниками, а которые истину евангельскую несут в массы людям. Которые несут освобождение. Но чтобы батюшки были таковыми, нужно освободиться самим. И я очень прошу Бога о том, чтобы и это видео, и другие видео, которые будут записываться, чтобы посмотрели священники и Сумской области, и других областей Украины, и России, чтобы покорились вере. Мы молимся эту неделю до следующего воскресенья, молимся общецерковно о священнослужителях, о патриархах, там, неважно, каноничных, неканоничных. Они спорят о родословии до хрипоты. Оно нам надо. Знаете ли, если либо Христово ты, либо не Христово. Аминь. Есть одна родословная у нас. Господа нашего Иисуса Христа. Вот, значит, а там какого патриархата, матриархата. Оно тебе надо, оно тебя не спасет вообще. Будь ты там от самих первых апостолов, там, значит, я был тоже в этих вот, как вот, бабьих там, басних там, или как назвать это, согласно Писанию. Я тоже, значит, был горд. В 91 году я помню эту такую скрытую гордость, скрытый тип гордости. Таинство священства совершилось. Меня рукополагал там архиепископ Симон Рязанский, Касимовский. Вот его рукополагали те-то и те-то, а тех те-то и те-то. И вот так до первого столетия моя родословная, знаете ли, я чувствовал себя как тот в фильме «Шрек», значит, последний, значит, когда, значит, там этот осел стал рысаком, значит, я уже не такой, как прежний, я уже вот рысак уже, все. Это раньше, вчера я был Сережка, отец Сергий, все, ваше преподобие. Значит, и все, белая косточка, значит, голубая кровь. И, но знаете, все это такая, все такая чушь. На самом деле, есть лишь одна у нас у всех верующих родословная. Родословная Божья, родословная от Авраама, Исаака, Якова, родословная Иисуса Христа, родословная от Нового Завета, родословная истины. И мы разных народов, разных племен, разных там конфессий, деноминаций, но у нас одна вера, один Господь, одно крещение. Кстати, я о крещении завтра тоже расскажу. Вы, наверное, удивитесь, но педобаптизм – это такая ересь, что ни в сказке сказать, ни первому писать. А педобаптизм это, знаете, что такое, да? Ну, проще говоря, крещение младенцев. Я был педобаптистом. Теперь я являюсь просто баптистом. То есть крещенным, по вере. Значит, педобаптизм это, ну, научно говоря, значит, это крещение младенцев, проще говоря. Значит, это ересь, которая до сих пор, знаете ли, держит в плену, в таком гипнозе миллионы наших соотечественников. И знаете ли, к нам на служение приходят разные люди, конечно. Ну, большинство знает, конечно, что это реформаторская такая, необычная какая-то православная церковь такая. Все по-разному, правда, реагируют на все это. Как мне в Киеве один звонил, там, товарищ, а вы, говорит, ну, таинство венчания проводите, там, таинство. Говорю, конечно, у нас есть таинство церковное, безусловно. Мы же все-таки православная церковь, там, реформаторская, но православная церковь. А венчание, конечно, говорю, у нас есть таинство венчания, таинство брака, безусловно. У нас проводим часто довольно венчание в нашей церкви. И, значит, а он дальше говорит, а мы хотим обвенчаться с моей женой Васей. Васелина, наверное, или Василиса? Не, ну вы же реформаторская. Не в ту сторону, говорю, реформаторская. Что, говорю, вам, говорю, не по адресу, вам нужна деформаторская какая-нибудь такая. И даже вот эта деформаторская. Задвинутая, контрреформаторская церковь. Значит, и вот видите, люди по-разному реагируют, конечно. На слово реформаторское. Значит, и вот, значит, одна бабушка к нам пришла, она всю жизнь считала себя православной. Она пришла, ей было сколько там? Ну, я сейчас не помню точно, но 80 там с копейкой было. Не знаю, 81, 82, я точно не помню даже, Нина Дмитриевна. Она когда пришла к нам в церковь, то она, знаете ли, ну искренняя бабушка, она... Ходила в храмы, конечно, значит, но не была она такой религиозной, как бы, сильно. Она была больше светской такой дамой, как бы, значит, многие годы. И у нее была зависимость, кстати, серьезно. Она прокурила 60 лет своей жизни, представьте себе. Когда пришла к нам в храм, значит, в церковь, да, значит, то, значит, в день у нее был минимум, 5 пачек сигарет в день у нее был минимум. Вот, значит, она курила все, что там курится и не курится вообще, значит, и...
Это было невероятно. Значит, но получила освобождение. Там бесы были, конкретно были бесы. То есть она вот 43-го, что ли? Да, 43-го по 2003-й, получается, год. Она прокурила в своей жизни. Вот так вот. Такая история. И, значит, были промежутки, она бросала там несколько месяцев, но все время она курила. И бесы вышли, и как такая тень такая отошла, и вонище такая была вообще. Это невероятно. Там были разные люди у нас, где молились за ее освобождение. И, значит, там даже хозяйка, это был на квартире, ну, частный дом, полдома там в Киеве, значит, и хозяйка вышла, и даже баллончик такой, ну, освежитель воздуха, там, все там, что осталось, там все выжило, значит. А вонище такая, значит, вообще невероятная. Двери все открывали, окна подкрывали, а вонь стоит. И потом дошло, до всех фактически дошло сразу, что это бесы. Вонючие такие бесы. Значит, и стали молиться, призывать Божьего Духа Святого. Дух Святой самый лучший освежитель воздуха. Но лучше всего. Так освежил воздух, моментально вонь так щуп и ушла. Откуда пришла, куда ушла? Щуп, все, нету. Вот так вот. И бабушка, правда, еще день она промучилась, простояла, продержалась, и потом, значит, было даже искушение, приехала племянница, от которой, говорит, хлеба, не то что хлеба, зимой снега не выпросишь. А здесь привезла несколько блоков дорогих сигарет. Представьте, никогда в жизни не привозил ничего вообще, хоть платочек хоть на собой. А здесь несколько блоков, а мне, говорит, ни с того ни с сего, а почему бы не подарить ей каких-то дорогих ее любимых сигарет? И она сказала, что я, говорит, не курю. А я бросил курить. Да брось так. Ты родилась в папироску, наверное. Сколько тебя знаю, ты все время куришь, как паровоз. А нет, меня Бог освободил, говорит. Но она еще продержалась, прокипела так вот, значит, знаете, вот целый день. И поэтому к нам сегодня братья приходят, некоторые, допустим, там, значит, просят помолиться, вот не могу бросить никак курить, вот там от таких грехов меня отшило сразу, а вот с куривом никак не могу. Я все-таки, наверное, долго курил, уже 10 лет или 20 лет, говорю, слушайте, братья, у нас вот сестричка, 60 лет прокурила. Вы столько не прожили своей жизни вообще. Особенно прокурила. Вот. И Бог ее освободил. Поэтому для Бога нет ничего невозможного вообще. Ему все возможно. Но с Ниной Дмитриевной была еще одна оказия такая. Значит, даже она освободилась. Она бы, вот если бы не освободилась, она бы, может, даже и ушла бы. И как бы больше ничего не было бы. А здесь ее зацепило, что Бог есть, и Бог вот здесь вот живой. И она стала посещать служение. И вот как, вот, надо же, попало так интересно. Она попала как раз к нам в церковь тогда, когда у меня был цикл проповедей на одну и ту же тему. Примерно 2 месяца. Одна и та же тема была. О водном крещении. И, значит, о смысле крещения, образы из Ветхого и из Нового Заветов. И, значит, об истории рассказывал. И она каждое служение еле было видно, она досиживала. Ей было так неприятно все это слышать. Она подходила и все время, ну не то, что ругалась, но говорит, ну батюшка, ну как же так, ну я же всю жизнь крещенная, что мне нужно креститься на старости лет, как бы, значит, там. А потом прошло время, она уже не подходит, она уже задумалась уже. А потом подошла однажды, чуть не плачет, говорит, батюшка, крестите меня, пожалуйста, крестите меня, я не могу, я хочу креститься. Я еще не крещенная, осознала она, слава Богу. Кстати, в Берлине проводил семинар. Вот на этом Шлангенбадер штрассе. Значит, и посетили вот эти вот как раз там православные местные пришли женщины. И одна из них такая была такая, вот, знаете, она вот, ну, они вели себя вежливо, все-таки Германия. Значит, но записки такие от них были такие все время такие, ну, как бы на ножах. Вопросы такие каверзные, с подковырками все. Значит, и как бы они так фыркали, там, вот, особенно вот та женщина вот так вот вела себя. Я уж грешным делом подумал, ну лучше бы они не ходили бы, как бы портят настроение просто. Немцы, остальные не как немцы сидят, вежливо, даже не соглашаются, но сидят. И слушают, как бы, приятно посмотреть. Вот, значит, а эти, значит, прямо уж вот так вот. Ну ладно, самое интересное, к концу недели, а целую неделю семинар, к концу недели они уже не фыркают, сидят, слушают, и записок от них не приходят. И представьте, в последний день эта женщина снова подходит. Я уж вначале напрягся так опять, а смотрю, она уже по-доброму идет. Значит, и подошла, и чуть не плачет. Я говорю, батюшка, я поняла, я еще даже не крещенная. А там я проводил в кирхе, она такая очень такая хитрая кирха такая, и пророка Ионы. Она лютеранская, евангелическая, баптистская кирха. Такая очень интересная такая. Там очень хитрые немцы. Это лютеране, которые стали евангелиши, которые стали баптистами. И они сохранили все 3 названия у себя в кирхе. Очень интересно, такой микс получился. Значит, и плюс еще ко всему они дружат со всеми христианами вообще, разных конфессий. Значит, вдобавок к этому. Значит, и я был у них первым православным спикером. И который против педобаптизма как раз. Вот это было откровением для них. Немцы слушали там. Ой-ой-ой.
Переводчики, надеюсь, переводили правильно. Надеюсь, да. Наши все понимали отлично. Там много наших немцев, евреев, русских, всех там полно. Значит, и вот та женщина, другие женщины не подошли ко мне, а вот та женщина, вот самая активная как раз такая, знаете, комсомолка, пионер, такая вот, значит, и она вот, значит, была не согласна, а здесь она вот, и мы с ней помолились вместе, и слава Богу, она осознала, что нужно креститься по вере уже в Иисуса Христа. И я говорил как раз в тот день, знаете, если вас крестили в младенчестве, просто примите это как благословение в вашу жизнь. Как вот акт посвящения, благословение. Но это не является крещением в библейском смысле этого слова. Я из истории привел столько много фактов на той неделе как раз. Всю неделю рассказываю как раз об этом, как это все пришло в жизнь церкви. Что это не наше, не христианское вообще. Что это инородное. Оно просто было имплантировано в христианство политиками еще в далекой Византии, еще до Крещения Руси. И как бы оно должно как имплантант сегодня отторгнуто и уйти из тела Христова. Это не наше, это инородное. И знаете ли, слава Богу, что многие покаялись. И вот и та женщина православная, она покаялась. И, значит, и я не знаю, где она теперь дальше, но я надеюсь, что она идет по пути Христовому сегодня. Слава Иисусу. И много других проблем, но эти проблемы, они решаются, если мы обращаемся к истине Слова Божьего. Если мы действительно открываемся для Него. И ни в ком другом нет спасения, поверьте, только в Иисусе Христе. Вы можете забыть многое из сегодняшнего вечера, но запомните это, что... Только Иисус Христос. Только Он есть Спаситель. Только Он есть Господь. Только Он есть основание веры. Только Он есть глава церкви. Только Он есть ходатай, посредник, первосвященник, проливший за нас свою кровь драгоценную. И всегда говорите это сладкое имя, сладчайшее имя. Иисус. 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 Однажды мои вчерашние коллеги, друзья вчерашние, там и знакомые, меня проклинали, меня часто проклинали. А здесь они однажды решили в Печерской лавре Киевской, значит, отпевать меня заживо. Отпевали меня. Значит, я потом это узнал только спустя там некоторые месяцы после этого. Мне было плохо, очень плохо в тот день. Я не знал, что такое. Я думал, умираю. На ровном месте. Просто было очень плохо. Значит, ощущение было такое, что меня просто вырывает из моего же тела. И знаете, я проснулся от того, что не могу дышать. Вот с чего это все началось-то. Я прилег, меня занедужил, как бы так вот, значит, как бы, значит, и прилег, значит, днем, значит, и вот я очнулся от того, что я не могу дышать, ни туда, ни обратно, и просто с последних сил брыкнулся на пол и выполз в коридор, также без дыхания, и понял, это конец, это все, и только лишь я хотел уйти с одним этим именем, Иисус, но я не мог его выдавить из себя, и вот получилось, буквально у порога чуть-чуть выдавил, Иисус, чуть-чуть совсем воздуху выдавил, и потом столько же вдохнул, и столько же опять выдавил, Иисус. И снова вдохнул, и снова говорил, Иисус, Иисус, Иисус. Я не знаю, сколько это продолжалось. Я могу предполагать, что это было там, ну, час-два, больше, наверное, пример, по времени. Я только одно только говорил, Иисус, валялся там у порога, и просто одно говорил, Иисус, Иисус, Иисус. И вдыхал, и выдыхал, и вдыхал, и выдыхал это имя. И, знаете ли, имя Иисуса меня спасло тогда. И как будто бы вот эти, как нити такие из моего тела были удалены. И все хорошо закончилось. Я, значит, рассказал это пастырям, некоторым служителям. Это было в 98-м году уже. И мы снимали квартиру на тогда вот малышка, это вот на Черниговской и на левом берегу. Значит, и знаете, я рассказал пастырям, некоторым священникам, пастырям протестантским, у которых был опыт там, в экзорцизме там, и прочее. Они говорили мне, наверное, это вот эти сатанисты там всякие там, которые, я думаю, наверное, да. Наверное, вот те, которые кошек мучают на кладбище, вот они как бы что-то там провели, сеанс там магии. Значит, стал учиться духовно такой войне, значит, там бодрствовать, значит, там призывать имя Христа, кровь Иисуса Христа, молитвы, брани такого стал учиться, значит, там серьезнее к этому стал относиться. И представьте, через там, ну, примерно там, может, полгода, меньше даже, приехал один монах, священник ко мне в гости, традиционно православный, нашел меня. Ну, много таких приезжает на общение. Вот, кто ночью, кто днем, по-всякому бывает. Значит, и приехал на общение, день общаемся, и он все вокруг да около и не говорит, ради чего приехал. Ну, я думаю, ладно, что ж, не хочет, не надо, значит, ну, скажет, придет время. Значит, и на другой день он мне рассказывает, знаешь, говорит, я приехал потому, что вот я хочу попросить прощения у тебя. За что? Значит, я как бы участвовал в отпевании твоем, вот, мы тебя отпевали. Ну, он, я как бы, он не лаврский сам, значит, вообще монах, но он просто там проживал в то время, значит, в лавре. Значит, и там были другие гости с других епархий.
И однажды было такое собрание, богослужение было, значит, уже после, уже вечернее богослужение, собрались все внизу, значит, там, значит, в храме, значит, и там архимандриты, игумены все собрались, лаврские, а мы как гости в стороночке стоим, значит, и вот вышел один архимандрит, там, схимник вышел, значит, там, и сказали, что мы будем сейчас молиться за отпевать такого-то негодяя, там еретика, сектанта, значит, там, Сергея Журавлева, значит, и просим всех, например, как бы участие в этом всем. Вот, значит, мою фотографию поставили на год. Накануне, на год, значит, там, и все стали отпевать, как вот по покойнику, только узнали, что ты живой. Но такая традиция черной магии, она сохраняется в православии традиционном, она имеет основанием предания, предания церковные, в частности, вот Афанасия, молитвы за Арию, чтобы он побыстрее сдох, значит, тот, кто взял и умер, ни с того ни с сего. Вот, значит, там, и пару еще эпизодов таких, значит, молитва за еретиков, чтобы они побыстрее умирали, чтобы как бы... Вот, но, в принципе, используя вот это предание, многие священники, вот даже киевские, промышляют черной магией, в принципе, на стороне, значит, там, значит, конкурентов по бизнесу, там, изводя, значит, со свету, значит, там, или любовников, или любовниц, и там, и прочее. Ну, как бы, там бабушкины, значит, знахарскины, там, как бы, газетные эти рекламы, это все, как бы, значит, все цветочки. Значит, та магия, которая батюшками практикуется, это уже, как бы, уже ягодка там уже. Значит, но не все, конечно, такие, не все. Но очень многие, к сожалению, практикуют такое. Тем более, это очень хорошо оплачивается, как правило же. Значит, и я таких встречал тоже священников, к сожалению. Даже однажды общался с одним таким священником, что отпевал, значит, там, на заказ, киллерством таким духовным занимался. Молодой священник, при том, не то, что там обычно старцы этим занимаются, какие-то монахи, там, схимники всякие. А это, как бы, молодой священник, значит, не монах, при том. Значит, ну, он промышлял, и как бы о нем молва была очень такая среди таких интересующихся людей. Его супруга, матушка, она как бы увлекалась больше белой магией, как бы там снятие порчи с глаза, там выкатывание, там, значит, там и прочее, выливание воска, значит, а значит, заикание и прочее. А батюшка промышлял больше черной магией, как бы, вот именно, чтобы жить, там, жить со светом и прочее. И знаете, что этот священник, он попросил прощения, рассказал обо всем об этом. А потом говорит, когда плевание завершилось это все, то лаврские эти монахи подходили, плевали в той фотографии, кололи иглами. Значит, я думаю, надо же, думаю, сатанисты какие-то с кошками на кладбище, а это, кажется, свои же братья. Представьте себе. Вот магия, она, наверное, как такая дьявольская подмена. Если нет настоящего Духа Святого, да, то святое место пусто, я думаю, так долго не может быть. Неизбежно иной дух тогда, как, допустим, вот народ Израиля, да, вот 2000 лет назад, пришел к своим Господь Иисус, да, но свои не приняли. Тем, которого приняли, дал быть власть чадами Божьими. Слава Богу за таковых. Таковы были тысячи и тысячи людей. Но, к сожалению, основная масса, и основная масса, конечно, религиозно-мафиозной структуры тогдашнего иудаизма, не приняли Христа. Были священники, покорившиеся праведности Божьей, но, к сожалению, в процентном отношении это было очень скромное количество священников, значит, по сравнению с основной массой трудящихся там в храме, там и около храма, и в синагогах. Так вот, и, в общем-то, конечно, печально, что, не приняв Иешуа как Машиаха, Иисуса как Христа, прошло немного лет, приняли иного, пришедшего во имя свое, некоего Бар-Кохбу, как его назвал, забыл, раввин-то этот известный там, ну ладно. Значит, и, в общем-то, ему поверили на свою беду, поверили, и первосвященник, и священники провозгласили его Машиахом, этого Бар-Кохбу. Поднялось восстание, он был демагогом, был таким оратором. Толпа завороженно слушала его, он был на коне с мечом и говорил, мы добьемся освобождения, там, и он был Машиахом в глазах, значит, обманутых миллионов евреев. И все стали в то время, во втором столетии, все стали мессианскими иудеями. Только одни мессианские говорили, что Иешуа Машиах, а другие говорили, что Бар-Кохба Машиах. Вот в этом разделении было. Как бы. Но те, кто пошли за ложным Машиахом, погибли. Больше миллиона евреев было истреблено в то время, в это страшное подавление восстания. Погиб и сам Бар-Кохба. Даже были сектанты, ждавшие его воскрешения. Так и не воскрес он, этот аферист. Так и ушел в могилу. И ушли в могилу те, кто его Машиахом провозгласили. Священники, первосвященники, элита тогдашней религиозной иудейской системы. Значит, потому что обманная вера, она приносит вот банкротство. Настоящий же Машиах, Иешуа, Иисус Христос, он и по сей день спаситель грешников. Евреев, неевреев, всех-всех на свете людей. Слава Богу. Господа, братья и сестры,
Я хочу вас благословить сейчас. Хочу благословить вас стихами благословения из Библии. А вот вы куда коробочку поставили, пастор Владимир? А, можно? Спасибо. Хочу спеть вам благословение. Да, спасибо. Это не подарки в студию. Это на завтра. Завтра приходите, мы выставим там эти вот материалы на реализацию. Как раз посвященные вот этой теме. А здесь сверху у меня есть, так говорилось, еврейское молитвенное покрывало такое. Это мессианское покрывало. Кстати, здесь тексты из Ветхого, из Нового Заветов есть. Интересно. О том, что такие Машиах пришел. Сейчас Машиах пришел уже. И я почему талит взял сегодня с собой. Хочу спеть благословение. Старое, доброе, еврейское, библейское благословение. На всех вас. Я знаю, что ваш городок, он был некогда таким, ну, почти что еврейским городком, местечком, в свое время. И много традиций здесь осталось. И вообще, украинцы очень много имеют еврейских корней. Очень много. Это как русские, допустим, имеют татарские корни, да? Лесков говорил тот же самый, упомянут уже в начале. Что по три русского найдешь татарина. Можно перефразировать, говорить, по три украинца найдешь еврея где-то. Я помню трагедию одного шерого украинца, притом националиста, одного из первых реаниматоров казачества, еще 89-90-х годов даже еще был Советский Союз, значит, который был, значит, один из руководителей РУХа даже, значит, который потом, сейчас он в Израиле проживает, уже пожилой, уже старец, уже старый человек, он тогда был уже немолодым, и выяснилось, он платил деньги за, чтобы дерево составить генеалогическое, значит, и всех своих там, у него были там кто-то гетман, кто-то еще там, о, прекрасное, родословное. А дальше оказались все евреи. Оказался он 100% еврей по обоим линиям. Он вначале чуть не застрелился, серьезно, это реальная история. У него была трагедия, у него был срыв нервный, он запил, значит, и хотел застрелиться даже. Без своего, значит, оружия собственного. Но потом смирился, ну что ж, евреи так евреи, значит, как-то переживем. А теперь обрезался, с пейсами там ходит вообще. Невероятная история. Вот, но я не призываю сейчас вам пейсы, простите, обрезаться, но я не против, но... Но самое главное, обрезание, которое вот-вот по сердцу, которое Христово обрезание. Для всех, евреев, неевреев, мужчин, женщин, для всех со всех. Христос в нас, упование славы. А спеть я хочу благословение, старое доброе библейское благословение, которое есть в 4 книге Моисеевой, в числах, значит, в 6 главе. Где Бог дал эти слова молитвенные для Моисея, чтобы тот передал Аарону и его сыновьям, чтобы такими словами благословляли сынов Израиля. И Бог говорит в конце 6 главы, и я благословлю их. И сегодня Бог благословляет нас всех, евреев, неевреев, абсолютно всех. Благословляет благословением, как мы его называем еще иногда, Аароновым. Давайте встанем, возлюбленные. Я спою на еврейском языке, на русском. И... Еврейский бы я выучил только за то, что им говорил сам Мессия. И еще и потому, что слова этого благословения имеют множество значений. Как слово «шалом», допустим. До 70 значений на современном русском языке. Десятки разных значений имеют многие эти слова. И Бог хочет благословить нас обильно в этом благословении. И как в одном из переводов говорится, пусть Он посмотрит на нас и улыбнется нам. Когда наши родители улыбаются нам, мы знаем, это хорошее признаменование. Когда они хмурятся, печалятся, мы говорим, это нехорошо для нас. И пусть Он смотрит на нас и радуется, и улыбается нам, и благословляет нас. Аминь. Аминь. Еврехеходной веишмареха Яхер Адонай, панав элейха, вихунекха. Иса Адонай, панав элейха,
ויסלחון שלום. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа ГаМашиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии. Аминь. Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, благослови Господь народ свой миром, шаломом своим, обрати свое светлое лицо на нас и благослови нас, Господь, распусти с миром, и пусть Господь, несмотря на то, что тьма, Господь, опускается на землю сию, но в жилищах народа Твоего будет свет, Господь, в наших сердцах да будет свет, любовь, Господь, надежда, вера, благослови нас, Господь, благодарю Тебя за все. За моих братьев и сестер, Господь, за их открытые сердца, Господь, за Твое здесь присутствие. Благослови Ромны, Господь Боже, благослови Сумскую область, Боже, и в эти дни, Боже, благословение Твое пребудет здесь, Господь, и всегда, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Слава Богу.